Мы продолжаем сегодня главу пятую про знание о себе и интенциональное содержание. И вспомним, что в прошлый раз мы разобрали введение и первые три параграфа, где в 5.2 нам Пикок рассказал про необходимые условия для того, чтобы наши первопорядковые ментальные состояния считались знанием, но обещал, что будет еще какое-то достаточное условие дополнительное, достаточное основание. И вот к этому достаточному основанию мы через 5.3, где он раскритиковал две другие крайние позиции, сейчас и возвращаемся. То есть у нас план 5.4, 5.5 и 5.6. Так, сейчас я быстренько пролистаю. И мы начнем с 5.4. Итак, значит, этот параграф у нас называется «Почему эти приписывания самому себе?», то есть те самые приписывания, которые мы делаем в ментальных состояниях, могут считаться знанием или, как вот я тут перевела, может быть, не очень удачно, эквивалентное знание. Вот он говорит, начинает, собственно говоря, этот параграф с того, что говорит, что приписывание самому себе убеждения на основании какого-либо сознательного пропозиционального воспоминания, а это как раз вот тот самый наш пример о том, что Дубчик был премьер-министром Чехословакии, когда советские войска, значит, вошли туда на территорию. И если нам задают этот вопрос, мы пытаемся, соответственно, сначала найти это сознательное пропозициональное воспоминание у себя где-то в памяти, затем, соответственно, вынести суждение, ну а затем на основании вынесенного суждения с точки зрения Пикока мы должны приписать себе наличие такого убеждения, и вот якобы у нас есть знание о себе. Вот он говорит, что когда мы приписываем самому себе убеждения на основании таких воспоминаний, мы не должны считать подобные приписывания просто отчетами агента о наличии у него такого воспоминания. То есть, в принципе, хочется так считать, это одно из тоже таких стандартных подходов к тому, как рассматривать эти самые приписывания, но мы так делать не должны. На самом деле, то, благодаря чему, значит, эти наши приписывания самому себе могут быть эквивалентны знанию, это, собственно говоря, вот та самая приверженность или коммитмент к содержанию, которая была у первопорядкового убеждения. То есть именно наличие этой приверженности к содержанию первого порядка ментального состояния, ну, в данном случае убеждения, которое переходит у нас автоматически к второпорядковому, соответственно, ментальному состоянию, именно она не позволяет нам утверждать, что приписывания самому себе являются просто отчетами о наличии. И когда мы говорим о приписывании подобных ментальных состояний, ну, то есть фактически об интенциональных ментальных состояниях, где есть вот такое конкретное пропозициональное содержание. И в этом аспекте как раз-таки приписывание таких ментальных состояний самому себе, они отличаются от приписывания самому себе ощущений и восприятий. То есть одно дело приписать себе наличие вот такого пропозиционального воспоминания, другое дело приписать себе ощущение боли или видение красного цвета и так далее. Вот, собственно говоря, раз мы пытаемся решить проблему интеграции в области знания о себе, мы пытаемся примирить экстернализм в отношении содержания ментальных состояний и вроде как привилегированный доступ агента к своим ментальным состояниям, то есть не хотим мы отказываться от этой идеи. И вот как раз-таки в случае сознательных приписываний самому себе, которые происходят у нас сейчас, вспоминаете, в прошлый раз я рассказывала, что Пикок выделяет три различных вида этих самых установок, то есть когда мы приписываем себе какое-либо ментальное состояние прямо сейчас, которое у нас находится, либо мы приписываем ментальное состояние, которое у нас было когда-то, и мы его помним как бы, ну, более или менее автоматически, ну и, наконец, соответственно, третье, когда мы вот вообще никогда, соответственно, не рассматривали такой вопрос, такого убеждения не было. И, соответственно, примирить этот экстернализм и привилегированный доступ агента к своим ментальным состояниям в случае первого вида наших ментальных состояний нам позволит как раз-таки наличие вот этой самой уровни связующей чувствительности, про которую мы тоже в прошлый раз говорили. Но, тем не менее, так как это необходимое условие, соответственно, наличие этой чувствительности, но оно недостаточно, потому что оно и не объясняет, почему же эти самоприписывания, приписывания самому себе сознательные, могут иметь все-таки статус знания. И Пикок снова здесь говорит, что все-таки полноценная концепция эпистемологии, которую мы предлагаем, она должна объяснять, почему агент в состоянии делать подобного рода приписывания и как все-таки эти приписывания связаны с истиной. То есть уровень связующая чувствительность – это все, конечно, хорошо, она позволяет нам перетащить фактически содержание с первого уровня на второй уровень. Но как все это связано с истиной, остается пока не очень понятно. Вот, собственно говоря, здесь в этом параграфе он как раз-таки будет пытаться объяснить, как оно с истиной связано. И связь эта с истиной, и объяснение этого вопроса как раз-таки Пикок собирается ответить, в общем, на этот вопрос благодаря прояснению того, в каких же
что же такое эти самые концепты, которые, как я вам говорила, это просто понятие, но с английского концепт, поэтому я его так оставила в переводе. Вот как раз-таки тут теория концептов и возникает. Вот здесь он нам говорит о том, что в отношении любого концепта с какими-либо определенными свойствами мы можем задать вопрос, в каких отношениях находится применение этого концепта и способность этого применения отслеживать случаи и свойства, на которые указывает этот концепт. Ну, то есть фактически речь идет о том, когда, в каких случаях правильно применять некоторое понятие каким-то объектом. То есть когда вот эти объекты можно назвать, сказать, что это вот яблоки, а вот эти, соответственно, у нас уже не яблоки. Сначала Пикок говорит о том, что давайте рассмотрим сначала наблюдательные концепты, то есть концепты, которые мы получаем в результате прямого наблюдения, или, можно сказать, там, перцептивные концепты. Условием владения концептом в таком случае будет выступать роль, которую играет перцептивный опыт, соответственно, в переживании нашего агента. Обыденный перцептивный опыт включает в себя чувствительность агента к наличию свойства, на которое указывает концепт. Ну, то есть, если мы сказали, что у нас понятие красного яблока, то, собственно говоря, мы должны каким-то образом эту красноту зафиксировать для себя, и мы должны быть чувствительны к наличию свойства быть красным, ну, еще иметь какие-то свойства для того, чтобы быть яблоками. Ну, соответственно, только тогда мы можем правильно применять концепт красное яблоко, сказать, что вот эти, да, действительно красные, а эти, соответственно, не красные или не яблоки. С наблюдательными концептами вроде все кажется довольно очевидно. А что же у нас тогда будет с концептом убеждения, который вроде как особо не сказать, что это наблюдательный концепт? Здесь Пикок начинает с того, что говорит, чтобы ответил на вопрос о концепте убеждения сторонник, соответственно, подхода отсутствия оснований, то есть одной из крайностей, которую мы в прошлый раз разбирали. Сторонник подхода отсутствия оснований будет говорить о надежной чувствительности, имеющейся у приписывания, значит, агента, к случаям наличия свойства убежденности у релевантного содержания. То есть речь идет о том, что агент, опять же, грубо говоря, так устроен от природы, его ментальное состояние, его ментальное устроено таким образом, что как только у некоторого содержания имеется свойство убежденности, агент автоматически, ну, можно так сказать, засекает это свойство и правильным образом применяет концепт убеждения и говорит, вот оно, убеждение у меня имеется. Вот эта вот чувствительность, она встроена в саму идею для сторонников отсутствия основания, подхода отсутствия основания, в саму идею того, что же значит владеть концептом убеждения. То есть вы не можете использовать понятие убеждения, вы не можете говорить об убеждениях у себя и об убеждениях у других, соответственно, агентов, если у вас подобной чувствительности нет. То есть вы не можете зафиксировать, не можете обнаружить свойство убежденности, которым сопровождается некоторое содержание. Дальше он предлагает посмотреть, какой вариант дал бы сторонник зависимости от суждений, подхода зависимости от суждений. Ранее нигде он про этот подход прям в отдельно не выделял, не говорил, но фактически речь идет о подходе Криспина Райта, который в каком-то смысле, наверное, тоже можно сблизить со сторонниками подхода отсутствия оснований, хотя есть некоторые отличия. Вот если бы на этот вопрос попытался у нас ответить Криспин Райт, то с точки зрения Пика, как корректность обыденных приписываний самому себе, которые делает агент, зависит от готовности агента сделать такое приписывание. То есть если у нас, соответственно, субъект или агент наш готов, желает приписать себе некоторое убеждение или какое-либо другое ментальное состояние интенциональное, то значит он понимает, что значит такое убеждение, и значит, он владеет, вот все условия для применения концепта убеждения, они соблюдены, агент ими владеет, и значит, эти приписывания самому себе, соответственно, могут иметь там статус знания, потому что нам нужно убеждение для того, чтобы было знание. Вот. Но так как оба эти подхода были отвергнуты ранее, почему-то про... Ну, точнее, понятно почему, но, собственно говоря, про ответ внутренних интроспекционистов здесь Пикок не говорит. Здесь он фактически разбирает только одну крайность из рассмотренных им в 5-3 параграфе. Ну, и, собственно говоря, раз все подходы были отвергнуты ранее, они были плохие, значит, ответы их не подходят. Надо разрабатывать свой ответ. Для того, чтобы разработать свой ответ, Пикок предлагает разграничить два вопроса, которые возникают в данном случае. Первый вопрос – это вопрос о том, какая концепция доступно в рамках настоящего пикоковского подхода к природе первопорядкового свойства убежденности в данном интенциональном содержании.
То есть мы должны, соответственно, разобраться с теми свойствами, чьи случаи наличия у агента должны быть отслеживаемы при корректно сделанном приписывании самому себе. Ну, то есть, грубо говоря, если мы говорим как сторонник отсутствия оснований, что у некоторого содержания должно быть свойство убежденности, то что вот это такое свойство убежденности? Где нам его искать у некоторого содержания? И понимать, что да, вот оно есть, или нет, его нет. И второй вопрос, соответственно. Как сделанное ранее в этой главе замечание о природе, значит, сознательных приписываний самому себе и их доступности в качестве мотивов для второпорядковых убеждений и автоматически, значит, возникновения знания, как вот это все помогает ответить на вопрос о том, как корректно сделанные применения к самому себе концепта убеждения отслеживают случаи наличия свойства убежденности в данном содержании. Если же эти замечания вообще нерелевантны для ответа на наш вопрос, который стоит в заголовке параграфа, то, соответственно, должны ли мы их вообще отбросить и больше этим вопросом не задаваться? А если же они все-таки релевантны, то есть они каким-то образом помогают нам на этот вопрос ответить, то каким конкретно образом они помогают нам вот отслеживать это самое свойство? Пикок говорит, что ответ на первый вопрос можно найти в его книжке «Study of Concepts». Собственно говоря, неудивительно, раз здесь речь идет о этих самых концептах. И он подробно не рассказывает, что происходит в этой книжке и что он там делает. Он просто как бы намечает такую общую картину, которую он там представлял. Он говорит, что в рамках своего предыдущего исследования он говорил о том, что природа свойства убежденности в том, что некоторое P, то есть для некоторого данного содержания P, она фиксирована условиями владения для различных концептов, которые содержат содержание, ну, содержат содержание P и способом их композиции, ну, или то есть способом их взаимодействия друг с другом. Также дополнительно, помимо этого, нам необходимо уточнять роль, которую играет концепт в когнитивной экономии мыслительных процессов агента, у которого этот концепт, соответственно, имеется. Так как речь, что такое когнитивная экономия мыслительных процессов? Речь идет о том, что для достижения какой-то там когнитивной цели, то есть формирования убеждения или, не знаю, там воспоминаний и так далее, агент предпочитает в ситуации выбора между сложным способом там, формирования убеждения и простым способом формирования убеждения выбрать, естественно, простой, потому что это сэкономит ему ментальную энергию, в кавычках, если так скажем. В общем, какие-либо мыслительные процессы, когнитивные процессы, соответственно, будут предпочтительны тогда, когда они более просты. И вот, собственно говоря, если этот концепт играет какую-то роль в когнитивной экономии, позволяет нам экономить наши мыслительные процессы, то, конечно, этот концепт мы и будем выбирать. Более того, нам, соответственно, понадобится еще и спецификация роли, ну, то есть уточнение, какую роль играет концепт с этим содержанием P, а также как его способ композиции для различных концептов, для концептов фиксирует условия для того, чтобы некоторое состояние считалось убеждением в том, что P. То есть почему, собственно говоря, мы можем говорить, что некоторое ментальное состояние, в котором находится агент по отношению к этому содержанию P, это именно убеждение, а, например, там, нежелание, воспоминание или еще что-то. Пикок также говорит, что обычные агенты не должны обладать сознательным знанием условий для владения концептов, которые они применяют. То есть это может происходить на каком-то, скажем так, бессознательном уровне. Ну, выяснить, каковы же эти условия для владения концептов, это задача, ну, теоретика, грубо говоря. Ну, собственно говоря, мы понимаем, что ответ на вот этот первый вопрос, который Пикок дает в рамках отсылки к своему предыдущему исследованию, он фактически не объясняет, как все-таки происходит отслеживание этого свойства. Этот ответ нам просто говорит, какое именно свойство должно быть отслежено. Ну, то есть вот фактически это самое свойство убежденности. Какую роль играет концепт с содержанием, значит, нашим какое-то, какое может быть. Ну и, собственно говоря, что вот природа свойства этой убежденности тоже каким-то образом фиксирована. Соответственно, про вопрос отслеживания и поиска мы ничего здесь получить для себя не смогли. Соответственно, переходим к вопросу Б. Для ответа на вопрос, на подвопрос Б нам необходимо рассмотреть природу убеждения. Что это вообще такое? То есть, собственно говоря, Пикок уже полглавы рассказывает нам про убеждения, и вот внезапно он понимает, что нужно, наконец-то пришло время рассказать
что же он понимает под убеждением. Здесь он выделяет, собственно говоря, три основных пункта. И вот первый пункт. Он говорит, что фундаментальный способ сформировать убеждение – это сделать некоторое суждение. Под суждением понимается некоторая сознательная рациональная деятельность, осуществляемая в соответствии с какими-либо мотивами или основаниями, в оригинале reason стоит, и нацеленная на истину. То есть, грубо говоря, суждение всегда нацелено на истину. Ну, это вот стандартное тоже понимание, что истина и ложь, два значения, которые мы можем приписать суждению. И в хорошем смысле суждения оно всегда должно быть истинным. Суждение – это особый вид ментальных действий, у которых, соответственно, есть свои мотивы. Ну, потому что раз суждение – это деятельность, мы их делаем, то, соответственно, это мы должны рассматривать суждение как частный случай действий вообще. Просто это какое-то особое ментальное действие, но оно происходит не просто так, у него, соответственно, есть мотивы или основания. Сформировать интенцию что-либо сделать тоже в рамках подхода Пикока рассматривается как некоторое действие. И она тоже может, интенция может формироваться под воздействием каких-либо мотивов или оснований. Однако, как Пикок тоже здесь отмечает в этом пункте, в котором он характеризует природу убеждения, что не всегда суждения являются интенциональными. Под некоторым, скажем так, в некотором виде описания. И более того, вот это формирование интенций тоже не всегда может быть, соответственно, интенциональным. Несмотря на то, что вроде бы кажется, что формирование интенций это должно осуществляться, ну, с какой-то, опять же, определенной целью, по какой-то определенной причине. Но вот Пикок здесь нам говорит, что иногда бывает по-другому. Никаких пояснений дополнительных он не дает. Второй момент для характеристики природы убеждений. В убеждениях обычно содержится содержание сделанных ранее суждений, и к этому содержанию можно получить доступ, когда агент находится в сознательном субъективном состоянии, где он репрезентирует содержание как истинное. Ну, то есть мы опять помним, вспоминаем вот эту, скажем так, трехэтапный процесс формирования, приписывания самому себе, где у нас на втором этапе как раз-таки суждение, а на третьем этапе уже возникает убеждение. И вот как раз-таки поэтому мы понимаем, что в убеждении содержится содержание сделанных ранее суждений. И мы понимаем, что благодаря вот, там, концептуальному перемещению, благодаря уровню связующей чувствительности, мы содержание с первого уровня суждения переносим, соответственно, на второй уровень к убеждению. Содержание это доступно агенту тогда, когда он, соответственно, находится в сознательном субъективном состоянии. И в этом состоянии он действительно представляет мне это некоторое содержание как истинное. То есть вот снова эта идея Пикока, ну, достаточно, может быть, стандартная, что убеждение нацелено на истину. Ну и, наконец, третьим пункт, где он характеризует нам с вами природу убеждения. Он говорит, что да, убеждения нацелены на истину, а не просто представляют собой фиксацию того, о чем однажды было вынесено суждение. Так как они нацелены на истину, содержание убеждений всегда потенциально открыто к пересмотру. Пересматривать мы их можем в результате последующих суждений, в результате восприятия чего-либо нового, воспоминания, переоценкой каких-либо сделанных уже ранее рассуждений, например, и, там, соответственно, каких-либо свидетельств и так далее. То есть убеждение может быть ложным, хотя, соответственно, оно нацелено на истину, и поэтому мы можем эти убеждения менять. Особые способы, с помощью которых мы сознательно приписываем себе убеждения, считаются правильными или корректными в силу той природы убеждений, которая как раз-таки вот была Пикоком озвучена в пунктах 1.3. Это, грубо говоря, априорные и конститутивные характеристики убеждения. То есть вот он нам указал вот эти условия того, что значит владеть концептом убеждений. Вот они в 1.3, соответственно, представлены. В правильных случаях приписывания самому себе, которые имеют статус знания, то есть когда у нас все хорошо, все стандартно, никаких там экзотических случаев нет. Вот в подобных правильных случаях наше приписывание самому себе, они отслеживают свойства убеждения, потому что сам способ, которым осуществляются эти приписывания, предполагает наличие у агента соответствующего убеждения. Сами способы осуществления приписывания самому себе не были бы доступны агенту, если бы у него не было соответствующего первопорядкового убеждения, ну, либо какого-то другого ментального состояния с интенциональным содержанием. Репрезентация в сознательной мысли содержания как истинного, то есть вот она, нацеленность на истину, она может быть произведена только посредством убеждения. И она же, то есть репрезентация содержания как истинного, ответственна за наличие у агента вот этого субъективного феноменального свойства переживания, каково это, вот
находиться в каком-либо своем ментальном состоянии. И эта же самая репрезентация в сознательной мысли содержания как истинного используется в приписываниях самому себе, сделанных на основании некоторых мотивов. То есть вроде бы с точки зрения Пикока, благодаря той природе убеждения, то есть тем характеристикам, какие у нас есть в концепции убеждения, мы понимаем, почему вот у нас вся эта наша трехэтапная последовательность от, соответственно, какого-то сознательного воспоминания, как у нас там было, затем к суждению, затем к второпорядковому ментальному состоянию, почему это все можно в итоге назвать знанием о себе. Ну и вот как раз он, да, действительно и говорит объяснение того, почему наши сознательные приписывания самому себе могут иметь статус знания. А вот почему. Агент имеет право делать подобные, соответственно, себе приписывания, потому что рациональность делания таких приписываний, осуществления таких приписываний фундирована конститутивной и в каком-то смысле относительно априорной, как говорит Пикок, природой самого убеждения. То есть фундирована характеристиками 1-3, которые мы только что рассмотрели. Он говорит, что эти условия, то есть 1-3, они выходят за рамки того, что требуется в чисто релиабилистских подходах. То есть вроде бы может показаться, что то, что он предлагает, это релиабилистский подход, но тем не менее он говорит, что это нечто большее, чем релиабилизм, значит, это не релиабилизм, и значит, это мы не попали, соответственно, в подход отсутствия оснований. Тут вот под звездочкой я вынесла ту сноску, которую Пикок делает относительно ментальных состояний, которые вроде как у нас не считаются интенциональными. То есть речь идет про приписывание боли, которые делаются на основании ощущения боли, и видения чего-либо, то есть какой-то перцептивный опыт, то есть визуальный опыт, точнее, мы что-либо видим и приписываем себе тоже какое-либо ментальное состояние. Вот он здесь говорит, что агент, который приписывает самому себе боль или вот визуальный какой-то опыт, но при этом не находится фактически в состоянии боли, а вот в случае визуального опыта, например, слепой человек отрицает, что он на самом деле слепой, тем не менее все равно может иметь основания для того, чтобы сделать такие приписывания самому себе. То есть он может утверждать, что ему больно, и тем не менее ему не будет больно. Но основания у него будут в таком случае, то есть мы не будем говорить, что у него вообще нет оснований сделать такое приписывание самому себе. Оно есть, просто оно ошибочное, как утверждает Пикок. В качестве примера такого основания мы можем, Пикок нам говорит, что может выступать некоторое сильное впечатление, что содержание подобного, соответственно, ментального состояния, оно является истинным. Ну, то есть, грубо говоря, что ему очень сильно кажется. Я, по крайней мере, это так понимаю. И он прям абсолютно уверен, что все так и есть. Вот оно настолько сильное впечатление, что оно дает ему основания для того, чтобы сделать приписывание самому себе. Да, он ошибается, но основания у него были. Из-за того, что, соответственно, приписывание оказывается ошибочным, у нас и получается, что подобное сознательное приписывание самому себе статус знания не получает, потому что мы помним, что наши убеждения нацелены на истину, раз, соответственно, мы говорим про второпорядковые ментальные состояния, там у нас стоят как раз-таки убеждения, они тоже должны быть нацелены на истину. Здесь истины нету, значит, никакого статуса знания подобные приписывания получить не могут. Так, дальше он говорит о том, что между способами сделать приписывание самому себе, имеющее статус знания, то есть вот такое хорошее классическое приписывание, которое мы можем назвать знанием о себе, и перспективой первого лица существует особая связь. Сознательное воспоминание и сознательное суждение могут стать основаниями для того, чтобы сделать приписывание самому себе, соответственно, наличие этого воспоминания и наличие этого суждения, только тогда, когда это воспоминание и суждение являются присущими, принадлежащими самому агенту. То есть тут фактически речь идет о некоторой, грубо говоря, самости, о некоторой принадлежности ментальных состояний мне самому, как вот субъекту, который переживает эти ментальные состояния. То есть вот речь идет про эту самую перспективу первого лица. Рациональные способы приписывания сводятся только к приписываниям самому себе убеждений и других ментальных состояний. То есть не получится приписать кому-либо другому ментальное состояние точно таким же способом, как мы их приписываем самому себе. Рациональным образом мы приписываем их вот реально именно тому, кто переживает какое-либо состояние. Так как Пикок нам в 5.2 рассказывал много про то, что сознательные приписывания самому себе не являются умозаключениями,
То есть, соответственно, нам нельзя переходить от посылки, что кто-то находится в ментальном состоянии, к заключению о том, что у него имеется убеждение в этом ментальном состоянии. Основанием суждения выступает само ментальное состояние, а не принятие посылки о наличии ментального состояния. А для того, чтобы построить умозаключение, нам как раз-таки нужно принимать подобную посылку о наличии ментального состояния. У меня тут в скобочках написано когито под значком вопроса. Мне, если честно, обсуждение и рассуждение Пика об этой параграфе в 5.4 очень сильно напомнили проблематику в чисто такую историко-философскую, в рамках Декарта, естественно. Является ли когито рассуждением, то есть «я мыслю, следовательно, я существую», является ли, собственно говоря, эта фраза рассуждением, где просто выпущена одна посылка, или же это некоторая самая очевидная первая истина, в которой рассуждения нет. И вот, соответственно, вроде как Декарт в одних местах говорит, что когда пытается объяснить, почему, собственно говоря, подобная фраза, что за ней скрывается, что он под ней имел в виду, он в одних местах, соответственно, объясняет это через как раз-таки построение рассуждения умозаключения, а в некоторых других местах говорит, что нет, это первая и самая очевидная истина, соответственно, никакого процесса рассуждения там не было. Не было предварительных посылок для того, чтобы перейти к вот этой фразе, которая стала бы, соответственно, заключением. Это такой чисто историко-философский вопрос. Что же все-таки имел в виду Декарт? Было ли там рассуждение? Или же это все-таки действительно какая-то первая базовая истина? Вот. Ну, сам Декарт вроде как не определился, если смотреть, что он в одних местах говорит одно, в других другое. Ну, интерпретаторы, комментаторы тоже много чего говорят по этому поводу. Вот. Мне очень эти рассуждения Пикака здесь про все эти умозаключения и так далее, они напомнили как раз-таки вот эту самую картезианскую проблематику. Так, что дальше? Дальше мы, получается, все, что мы сейчас говорили до этого, это все применялось к первому виду вот этих ментальных состояний, в которых агент находится прямо сейчас и осознает их. Мы помним, что у нас был, соответственно, второй вид ментальных состояний, это некоторые установки, ментальные состояния, в которых отсутствует промежуточное сознательное состояние. Можем ли мы в случае подобных ментальных состояний, то есть второго вида ментальных состояний, предложить какую-либо альтернативу релоябилизму? Здесь Пикак говорит, что у нас есть несколько возражений чистому релоябилизму, что он, во-первых, упускает рациональность некоторую, которая требуется для того, чтобы приписать, требуется от агента для того, чтобы приписать себе некоторое убеждение, соответственно, или что там он себе приписывает. Или, ну, я тут не очень хорошо перевела, требование права, в оригинале стоит entitlement requirement. То есть это стандартные возражения вот этой релоябилистской позиции, вот этому подходу, который Пикак у нас здесь предлагает. И он, в общем-то, особо их не рассматривает. Он просто говорит о том, что они довольно известны, ну и, собственно говоря, понятно, что ничего хорошего релоябилизм нам не может предложить для вот второго вида наших ментальных состояний. Поэтому Пикак предлагает разработать альтернативу этому релоябилизму. Он говорит, что такие приписывания самому себе... Так, подождите, что-то тут не совсем правильно написано. Подобные приписывания самому себе убеждения, что «П», они являются знанием, только если эти приписывания были сделаны в условиях, когда агент также готов вынести первопорядковое суждение, что «П». То есть нам опять требуется сохранение содержания на первом уровне и на втором. Вот он именует это требование требованием первопорядкового одобрения. То есть, грубо говоря, агент рассмотрел ментальное состояние и согласен с ним, что да, все так и есть, и готов себе приписать, как бы, грубо говоря, задним числом наличие у себя ранее, когда-то давным-давно сделанного первопорядкового суждения, что «П». Ну вот там, если пример, что как раз он для этих состояний приводил примеры, что вас спрашивают ваше имя или ваш адрес, вы отвечаете автоматически, то есть это несознательное воспоминание, как в случае с дубчиком. Это что-то, некоторое такое бессознательное воспоминание. Вот вы рассмотрели свое ментальное состояние, и вы готовы приписать себе наличие когда-то давным-давно сделанного первопорядкового суждения, что мое имя там такое-то, или там, соответственно, мой адрес, соответственно, такой-то.
Требование вот этого самого первопорядкового одобрения, оно может помочь объяснить очевидную рациональность процедуры Эванса. Это та же самая процедура Эванса, которую мы в прошлый раз, соответственно, тоже разбирали, я про нее рассказывала, когда говорили про то, что для того, чтобы ответить на вопрос, в каком ментальном состоянии я нахожусь, мне, соответственно, нужно посмотреть не внутрь себя, в свое ментальное состояние, а в окружающий мир. И эта процедура, она действительно выглядит рациональной, то есть... Мне нужно посмотреть, какие у меня есть основания для того, чтобы приписать себе убеждения. Ну и вот так называемое первопорядковое одобрение тоже, по всей видимости, здесь какую-то роль играет. Ну и вывод, который, соответственно, делает Пикок вот относительно подобных второго вида ментальных состояний, что если требование первопорядкового одобрения объясняет статус знания подобных приписываний самому себе, то, по всей видимости, эти приписывания являются философски более фундаментальными, нежели приписывания первого вида, то есть вот этих сознательных состояний, в которых мы находимся прямо сейчас. Но оно, в принципе, понятно, что когда-то суждение было давно сделано, но в данном случае требуется, ну, в общем, оно требуется в любом случае, хоть в первом, хоть во втором. Но, по всей видимости, как Пикок пытается объяснить, они более фундаментальны. Но, как он нам здесь говорит, все это работает только для правильных случаев, когда у нас все хорошо. Что происходит, когда случаи у нас неправильные? Например, у нас не выполняются условия, которые были представлены в пункте 2, когда мы характеризовали природу ментальных, природу убеждений. Например, у агента есть стойко какое-то предубеждение, или он ввел себя в самообман, и вот в этом самообмане он находится. В таком случае, говорит Пикок, агент делает некоторое суждение, выносит суждение, но оно не приводит к тому, к чему должно было привести, к формированию убеждений. Он приводит такой пример, что, предположим, у нас есть человек, который полагает, что вроде как у него есть убеждение, точнее, он выносит суждение, что образование, полученное в разных странах, то есть диплом, полученный в разных странах, он имеет точно такой же статус, как и диплом, полученный в его стране. То есть по тем же самым стандартам, все такое. Однако в то же самое время этот человек, когда, например, он занимает какую-то должность, где он там может кого-то принимать на работу, HR, вот при отборе кандидатов и при приеме их на работу, или там, вот как Пикок тоже говорит, при делании каких-либо рекомендаций и так далее, этот агент не действует на основании вот этого самого убеждения. То есть вроде как, если агента спросить, считает ли он, что дипломы, полученные в разных странах, равны, он ответит «да». Ну, я тут написала степеней, но можно говорить про степени. Фактически тут речь идет про обычное образование диплома. Вот. Но с другой стороны получается, что вроде как он почему-то при равенстве всех остальных условий отдает, например, предпочтение человеку с дипломом, полученным в его стране, а не тому, кто получил в другой. В таком случае вроде как суждение было сделано, но убеждение не сформировалось. А у нас именно убеждения обосновывают действия агентов, и получается, что вот почему он выбирает другого человека при прочих равных, ну, вот у него нету такого убеждения. Более экзотичный случай он рассматривает, Пикок тоже, это случай шизофрении. То есть у агента есть какая-то мысль, ну, может быть, убеждение какое-то, но он не осознает, что эта мысль принадлежит ему, то есть нарушается вот эта вот перспектива первого лица. Ему кажется, что эта мысль ему кто-то сообщил, кто-то внушил, заставил его эту мысль мыслить. Он говорит, что некорректно называть подобные случаи галлюцинациями или ложными убеждениями, потому что когнитивные нейропсихологи вполне себе, ну, современные когнитивные нейропсихологи вполне себе успешно объясняют, что происходит в данном случае. Ну, они же, эти же самые когнитивные нейропсихологи, утверждают, что описание агентов своего субъективного опыта, переживания мысли как будто не своей, оно действительно корректно, то есть оно так и есть. Эта мысль не мыслится агентом как своя. Такие мысли происходят в сознании агента, да, то есть он на самом деле все-таки их источник, но они не выглядят для агента как раз-таки таковыми, будто он их источник. Здесь он ссылается у нас на
Кристофера Фриса, который говорит, что, собственно говоря, является как раз-таки когнитивным нейропсихологом, который утверждает, что подобные мысли появляются в результате нарушений процессов самомониторинга. Существуют якобы некоторые субличностные процессы, то есть они не осознаются агентом, находятся там до сознательном уровне, до агентном, так можно, если так можно сказать. И вот эти субличностные процессы, которые происходят, они не могут отследить, какие из ментальных событий действительно порождены агентом, то есть он является их источником, а какие нет. Вот в случае, когда этот мониторинг, самомониторинг нарушается, агенту кажется, что эту мысль ему кто-то внушил, кто-то сообщил. Ну и вот подобное как раз объяснение можно применить в случае шизофрении, то есть клинический симптом, что человеку кажется, что ему кто-то что-то сообщил и внушил. Вот, а это у него просто нарушение процесса самомониторинга. Так, дальше. Если мысль, в которой репрезентировано, что П, то есть содержанием этой мысли является некоторое П, приходит к агенту, но агенту сознательно кажется, что эта мысль не его, как возможно, чтобы он вообще рационально выносил суждение в том, что он убежден в том, что П? То есть мысль не его, соответственно, откуда это убеждение, он может себе ее приписать. Есть ответ на этот вопрос, который я так тоже кратко перевела, как от отсутствия проблемы. То есть есть, сторонники позиции, согласно которой никакой проблемы в ответе на этот вопрос нет. Когда агент делает подобное, соответственно, приписывание самому себе, все, что от него требуется, это субъективно осознавать мысль, которая репрезентирует, что это самое П имеет место. Неважно, как агент ощущает мысль эту, как свою или как не свою. То есть в случае с шизофрениками мы в рамках вот сторонников этого ответа от отсутствия проблемы спокойно можем сказать, что они могут приписывать себе убеждения, и у них может быть знание о самом себе. Они могут говорить, что да, есть у меня такое убеждение, ну, оно просто вызвано не мной, но оно у меня есть. Вот. В данном случае, соответственно, никакой проблемы не возникает. Но Пикок приводит, соответственно, два основных возражения подобному ответу. Во-первых, этот ответ игнорирует причинно-следственные связи между концептами, которые мы используем в психологических приписываниях самому себе. Ну и, во-вторых, подобный ответ недооценивает идею принадлежности для объяснения рациональной мысли и действия. Он говорит, давайте попробуем представить такой мысленный, ну, фактически мысленный эксперимент, попробуем представить такую ситуацию. Что часть его мыслей внушена ему, если существует некоторый агент, который подозревает, что часть его мыслей, а может быть вообще все, внушены ему нейрофизиологом. В таком случае ему необходимо будет для того, чтобы понять, что происходит, ему необходимо будет уметь отличать ту мысль, которая является исключительно его, от той мысли, которая является, соответственно, внушенной ему нейрофизиологом. И вопрос, который Пикок здесь ставит в этом маленьком мысленном эксперименте, то есть метафизически ли возможно, чтобы нейрофизиолог мог создать вообще такую мысль, которая будет казаться агенту его, то есть порожденной им, хотя таковой по факту не будет, потому что на самом деле ее создал нейрофизиолог. То есть можем ли мы фактически обмануть агента, будучи этими самыми нейрофизиологами, причем обмануть так хорошо, что он не догадается? Если это возможно, то мы должны признать наличие некоторой, как Пикок говорит, двойственной независимости мысли агента от того, что ему может казаться, что это его мысль. То есть в таком случае неважно, его эта мысль, не его. И получается, что при таком ответе, то есть при ответе с отсутствием проблем, вот это второе возражение, оно говорит, что в обыденных случаях приписывания сознательных ментальных состояний мы всякий раз должны проверять дополнительно, не находимся ли мы сейчас в такой ситуации, что они проникли никто в наше ментальное состояние, никакой нейрофизиолог, соответственно, и не создал ли нам каких-то мыслей, которые нам кажутся будто бы наши, но на самом деле они нами были не созданы. Как, соответственно, проверять, это не очень понятно. В стандартных случаях, то есть когда никаких нарушений у нас, соответственно, не происходит, у агента есть концепт убеждения, мы считаем, что у агента есть этот концепт, если он готов вынести суждение, и тем самым сознательно он выносит суждение, что он убежден, что П. Это у меня опечатка. В стандартных случаях агент имеет опыт того, что его сознательное суждение действительно его, то есть подобный мысленный эксперимент как бы он остается на уровне мысленного эксперимента. Вот. Но феномен шизофрении предполагает, что стандартные случаи, они в каком-то смысле случайны или контингентны.
И вот цитата Пикока. «Даже когда мы думаем о наших собственных мыслях и думаем о них теми способами, которые стали нам доступны в силу того, что у нас имеются эти мысли, возможность приписывания самому себе имеющих статус знания покоится на условиях, в которых непогрешимое знание невозможно». То есть фактически мы всегда можем ошибаться, и фактически всегда какой-то вот злокозненный нейрофизиолог может создать такую мысль, которая на самом деле окажется не нашей. Здесь под звездочкой тоже в конце этого параграфа, то есть то, что я вынесла отдельно, это так называемая, ну, он ссылается здесь на так называемую проблему последствий, о которой говорил в свое время Мартин Дэвис. Если мы, соответственно, попробуем, что произойдет, если мы попробуем все-таки примирить наше знание о себе, вот этот привилегированный доступ, и экстернализм, который вроде как говорит, что все содержание наших ментальных состояний, оно получаемо только из окружающего мира. То есть если мы займем такую компатибилистскую позицию, которую занимают многие как раз-таки исследователи в области знания о себе, то у нас возникает вопрос с последствиями такого примирения, то есть как нам объяснить возможность априорных умозаключений о мире из, соответственно, содержания ментальных состояний агента. То есть это как раз-таки вот вся проблематика, где Маккинзи говорил, что не примирить, где, соответственно, Богосян тоже пытался показать, какие есть сложности с тем, что может там у нас экстерналист знать априори, что не может и так далее. Здесь Пикок ничего по поводу этой проблемы последствий не говорит, он просто ее упоминает так исключительно в качестве того, что вот есть эта проблема, и она действительно тут где-то находится. Так. Наконец, мы переходим к параграфу 5.5, концептуальное перемещение в поддержку положения. Здесь он нам с вами говорит о том, что перемещение концептов или концептуальное перемещение, оно играет важную роль в уровне связующей чувствительности, но это вроде как уже должно быть понятно, и оно объясняет, почему приписывание самому себе получает статус знания, то есть является одним из условий. То есть вроде как бы все хорошо, это без этого перемещения концептов подход Пикока вроде как рухнет. Он говорит, что можно выделить, фактически сформулировать две версии положения перемещения. Одна версия, ну, грубо говоря, я такая перевела, мыслительная, вот, вторая версия языковая. В первой версии речь идет о том, что концепты, и тут он нам говорит, что речь идет о смыслах, если мы говорим о фрегианских смыслах, о способах представления и так далее. Вот эти самые концепты, которые фигурируют в первоуровневых мыслях, не включающих пропозициональные установки, это те же самые концепты, которые фигурируют в мыслях о пропозициональных установках третьих лиц. То есть здесь речь идет о концептах, о понятиях. Если говорим в версии языковой, то речь идет о, соответственно, смысле слова, встречающегося в контексте, не включающим в себя конструкции с пропозициональными установками. Ну и вот, в общем, это положение перемещения, оно предполагает, что этот смысл слова, он, это тот же самый тождественный смысл, который перемещается, когда слово находится в области действия глаголов, выражающих пропозициональные установки. То есть речь идет о том же самом, о чем мы говорили, что мы просто перетаскиваем содержание с одного уровня на другой, из одного контекста в другой контекст. Тут он тоже нам отмечает, что положение перемещения надо понимать как некоторый тезис про любые пропозициональные установки, неважно, какого они порядка и кто их кому приписывает. То есть либо я сам себе, либо я кому-либо другому. Ну, либо мне кто-то их приписывает. Вот. То есть фактически речь идет о сохранении смысла при переходе с одного уровня на другой. И он отмечает, что положение о перемещении, оно отличается все-таки от идеи Фреги о референции выражений в непрозрачных контекстах тем, что в положении о перемещении говорится не о референции, как это было у Фреги, а о смысле выражений. То есть Фреги про референцию, а Пикок про смысл выражения. Значит, соответственно, положение о перемещении – это не вопрос, проблема Фреги о референции выражений в непрозрачных контекстах. Дальше Пикок говорит о том, что в каком-то смысле Карнап, Дэвидсон и Даммет в той или иной мере поддерживали это самое положение перемещения. Ну, немножко тут их цитируют, но мы в это углубляться не будем. Дальше он приводит пример с мыслью друга некоторого, что представьте, что вы идете с другом по узкой, значит, там где-то улочке в городе, и видите какого-то человека вдали улицы, и ваш друг вам сообщает, этот человек, то есть с указанием на него, этот человек опасен. В результате
того, что вы услышали от друга данное высказывание, вы, соответственно, формируете убеждение о наличии у вашего друга убеждения. И каково, в общем, как звучит ваше убеждение? Мой друг убежден, что этот человек, соответственно, опасен. В этом ситуации, в этом примере, речь идет о ситуации, где агент может использовать тот же самый способ представления, что и третье лицо, для того, чтобы мыслить о том же самом объекте, ну, с точки зрения Пикока. Он, конечно, говорит о том, что такое невозможно в случае индексикальных убеждений, то есть убеждения о себе самом, о моменте времени сейчас и о нахождении здесь. Потому что если я говорю, что я сейчас здесь, вот, то, соответственно, подобным образом мыслить себя у вас не получится. Вам придется, соответственно, сформировать убеждение обо мне, которое находится немножко в другом моменте времени и немножко в другом месте. Вот. И может быть подобная ситуация невозможна для демонстративных убеждений. Речь идет об убеждениях, где у нас включается, ну, опять же, используется некоторый демонстратив. То есть есть восприятие какого-либо объекта. Почему это может быть невозможно? Потому что мы занимаем разные позиции в пространстве. Соответственно, у нас так или иначе немножко отличаются способы восприятия окружающего мира, и, соответственно, невозможно полноценно мыслить и представлять объект один и тот же, находясь там в разных точках пространства, например. Но в данном примере говорит нам Пикок, и агент, то есть это вы, и третье лицо, то есть этот самый друг, они мыслят одинаковым образом об одном и том же объекте, мысль «этот человек опасен». Это возможно только потому, что агент использует тот же самый способ представления при помощи органов чувств, что и третье лицо, то есть друг его. Этот способ, соответственно, вот демонстративный концепт – этот человек. То есть это даже не демонстратив, это демонстративное выражение. Из этого следует, что такое возможно только тогда, когда у агента имеются такие же способности к восприятию, как у третьего лица, ну, то есть мы абсолютно должны одинаково совпадать в том, как мы воспринимаем объекты окружающего мира, и мы должны находиться в том же самом месте, в том же самом времени, что и третье лицо. В противном случае не получится сделать. Человек поменяется, там, местоположение поменяется и так далее. Вот, собственно говоря, очередная пасхалка для тех, кто устал. И вот, собственно говоря, это все, что Пикок говорит в параграфе 5.5, который был таким коротеньким по сравнению со всеми остальными, про независимую поддержку понятия о концептуальном перемещении. У меня по-прежнему возникает вопрос, почему он, с одной стороны, говорит, что при демонстративных убеждениях мы не можем говорить, что сохраняется подобное концептуальное перемещение. Дальше приводит, соответственно, пример с другом и говорит, что нет, вот в этом случае оно все-таки сохраняется. Я аргументацию не поняла, сразу говорю, мне кажется, это непонятно. Следующий, последний, соответственно, параграф, который у нас здесь есть, параграф 5.6, который называется «Три следствия положения концептуального перемещения». То есть что будет, если мы это концептуальное перемещение с вами все-таки принимаем? Одно из следствий – это то, что с помощью этого положения перемещений мы можем объяснить, как второпорядковые приписывания самому себе могут быть чувствительными к индивидуированному извне содержанию первопорядковых установок, и при этом агенту не требовалось бы полагаться на предварительные свидетельства об окружающем его мире. То есть следствие принятия этого положения, что мы можем объяснить, как возможно знание о себе, то есть то, что мы разбирали в предыдущих параграфах. Но есть еще какие-то дополнительные три следствия, которые затрагивают, первое, нормы и приписывание, то есть нормативный характер некоторый, и приписывание содержания. Второе следствие затрагивает кроссуровневые взаимодействия, то есть между первым уровнем и вторым, и, как он здесь нам его именует, по-другому называет, соответственно, случай умозаключения, и, наконец, возможности реляционного объяснения. Вот последовательно он их разбирает. Итак, первое следствие. Если нам говорить, что содержание пропозициональной установки находится в нормативных отношениях с другими концептами, которые, ну, соответственно, в принципе существуют, ну, имеются у агента. То есть эта базовая система нормативных отношений определяет, что обосновывает принятие содержания, отрицание этого содержания, частичное подтверждение этого содержания и так далее. То есть эти отношения, которые существуют у содержания пропозициональной установки с другими концептами, они помещают это самое содержание в некоторое пространство мотивов, ну, или в пространство оснований.
Эти отношения, они не изменяются от агента к агенту, изменяются лишь условия, в которых находятся сами агенты. То есть то, что обосновывает принятие содержания для одного агента, обосновывает принятие того же самого содержания и для других агентов. Но если мы поменяем условия, в которых находятся агенты, то, например, то же самое содержание, оно может перестать, ну, то есть оно перестанет обосновывать для этого агента принятие этого содержания как истинного, и для других агентов тоже в других условиях, соответственно, перестанут его рассматривать и принимать как истины. Раз, соответственно, эти отношения не изменяются так и от агента к агенту, а изменяются лишь условия, в которых находятся агенты, значит, знание о том, что обосновывает суждение с определенным содержанием в таких-то и таких-то условиях, доступно агенту для того, чтобы он мог на его основании приписать установку с этим содержанием третьему лицу. Когда мы размышляем о том, что рационально для кого-то думать, считать, полагать о мире, кто использует какое-то понятие, то мы, собственно говоря, должны думать о самом мире. То есть тут немножко опять снова где-то Эванс у нас рядом пробегает. Разница между случаем, когда думает агент о себе, и случаем, когда агент думает о третьем лице, заключается только в том, что в первом случае агент сам находится в поиске свидетельств для нахождения себя в ментальном состоянии, а во втором случае он только думает о таком поиске, то есть у него вот нет этого субъективного опыта переживания нахождения себя в ментальном, себя в поиске свидетельств для нахождения себя в ментальном состоянии. То есть когда мы приписываем наличие ментальных состояний другим людям, мы просто как бы так, некоторый виртуальный поиск свидетельств как будто бы для себя ищем, но на самом деле ищем для другого. Приписывание ментальных состояний третьим лицам, оно всегда основано на неявном знании того, в каких нормативных отношениях находится содержание, ну, соответственно, с другими концептами, с другим содержанием. Второе следствие. Так как один и тот же концепт или смысл фигурирует и в первопорядковой, и во второпорядковой установке или ментальном состоянии, то должны быть некоторые, должны существовать некоторые кроссуровневые выводные взаимодействия, как называют их Пикок, между уровнями, где умозаключение строится на основании некоторого тождества. Ну вот этого самого тождества содержания на одном уровне и другого. Да, он приводит нам здесь с вами пример такой ситуации, что агент, ну или кто-то из нас, соответственно, находится там, в аэропорту, по-моему, он где-то находится, и у нас, соответственно, есть убеждение, что вот этот мужчина, мы его воспринимаем, соответственно, при помощи органов чувств, а именно зрения, то есть у нас некоторое демонстративное убеждение, я убежден, что вот этот конкретный мужчина, которого я сейчас вижу, является французом. Далее, соответственно, сейчас, секунду, я... Дальше отмотаю. Дальше на основании того, что я, там, не знаю, ближе подошел к этому человеку и услышал, что он говорит, и вижу его, у меня, соответственно, формируется второе убеждение, что вот этот же самый мужчина разговаривает с американским акцентом и регистрируется на рейс с американским паспортом. Соответственно, если у нас есть убеждение с содержанием 1 и содержанием 2, то у нас, собственно говоря, ну, в общем, возникает некоторый вывод из того, что мы из вот этих вот двух убеждений, что существует кто-то, о ком у меня есть убеждение, что он одновременно француз, и говорит с американским паспортом и регистрируется на рейс, говорит с американским акцентом и регистрируется на рейс с американским паспортом. В данном случае умозаключение будет валидно, то есть правильно, только если вот этот мужчина, то есть выражение, которое мы использовали для указания на конкретный объект, в 1 и 2 используются с одним смыслом. В противном случае у нас произойдет ошибка подмены понятия, то есть если в первом я говорю про одного, указываю при помощи вот этот мужчина на одного мужчину, а при помощи вот этот мужчина указываю на какого-то другой, на какой-то другой объект, то, соответственно, сделать корректный вывод в 3 я не могу. Мне необходимо тождество между смыслами вот этот мужчина в первом и второй посылке для того, чтобы сделать вывод в третий. Если 2 заменить на 2А, а именно Билл Смит разговаривает с американским акцентом и регистрируется на рейс с американским паспортом, то для того, чтобы нам осуществить правильный или валидный переход к 3, нам необходима еще одна дополнительная посылка 2Б, которая нам, соответственно, установит тождество между
выражением «вот этот мужчина» и именем собственным, соответственно, Билл Смит. Вот только тогда мы сможем, соответственно, рационально, логически оправданно осуществить переход к третьему. Таким образом, тождество смыслов в 1 и 2 дает объяснение тому, как второпорядковые убеждения могут рациональным образом взаимодействовать с первопорядковыми убеждениями, когда агент оценивает и пересматривает свои пропозициональные установки. Это пример рационального взаимодействия, которое происходит в случае, когда критическое рассуждение, то есть мы что-то рассуждаем, пытаемся понять, так или не так, оно включает в себя приписывание агентам самому себе убеждения. Есть у нас возражение подобному способу объяснения, которое предложил Пикок. Это возражение, оно говорит нам о том, что, ну, в сути этого возражения, различия в референции в различных контекстах блокируют, в общем-то, этот наш самый валидный, наше самое валидное заключение в этом умозаключении. Вот этот мужчина, то есть выражение, вот это демонстративное, в 1 и 2 на самом деле имеют разные референции, согласно этому возражению. В 1 оно указывает на способ представления, а в 2 оно указывает на сам объект. То есть имя собственное указывает на объект, а вот этот мужчина указывает на способ представления этого объекта. Соответственно, способ представления об объекте и сам объект – это не одно и то же. Значит, у нас не сохраняется тождество референции, и значит, умозаключение невалидно. Ну вот в том виде, как оно было представлено. Нужны какие-то дополнительные посылки, нужно что-то еще и так далее. Либо вообще никогда не получится его сделать валидным и прочее. Ответ, какой может быть дан на это возражение. Мы принятие положения о перемещении, а Пикок его принимает, оно вынуждает нас использовать так называемое релятивизированное понятие референции, и он говорит, что это понятие заимствует от Даммита. Относительно чего мы релятивизируем? Релятивизируем относительно контекста. В языковых или мыслительных контекстах, где способ представления не попадает в область действия глагола или концепта пропозициональных установок, у этого способа представления сохраняется обычная референция. В других контекстах он, соответственно, указывает на самого себя. Такое правило оказывается совместимым с конечным множеством правил, которые полностью детерминируют условия истинности предложения языка, в котором возможно выражение пропозициональных установок. То есть язык, в котором мы можем, соответственно, говорить что-либо с использованием пропозициональных установок, у нас сохраняется. То есть хороший язык, грубо говоря. Ну или по-другому мы можем, опять же, сформулировать эту идею так, что смысл детерминирует референцию, но только относительно конкретного языкового или мыслительного контекста. То есть не вообще для всех контекстов, а только относительно того, о котором идет речь. Для говорящего на языке с подобным правилом, которое мы только что озвучили, нет необходимости выучивать новые смыслы концептов для того, чтобы понимать предложения с пропозициональными установками. То есть, если бы у нас не сохранялось вот это тождество, то у нас, соответственно, возникали бы новые смыслы концептов. То есть, одно дело знать, что такое электрон, то есть иметь понятие электрона, а другое дело знать, соответственно, понятие электрона, когда он у нас включен в пропозициональную установку думания, которая приписывается Бору, и вот этот самый Бор думал, что электроны существуют. Это как-то сильно сложно, сильно усложняет язык, сильно выдвигает, в общем, сильные требования когнитивные для говорящего на этом языке, то есть ему сложнее будет выучивать такой язык. И, по всей видимости, наш язык таким образом не функционирует. Значит, у нас существует только один смысл концепта, и он фактически сохраняется. Неважно, где он, на первом уровне или он, соответственно, на втором уровне. И фактически для того, чтобы ответить на возражение, которое имеется, ну, которое было представлено о том, что вот разница референций в контекстах и, соответственно, умозаключение невалидное, Пикок предлагает немножко, соответственно, вот добавить посылку. То есть у нас точно так же сохраняется первое, я убежден, что вот этот мужчина француз. Дальше мы, соответственно, можем... соответственно, перейти к один штрих. Вот этот мужчина таков, что у меня есть убеждение о нем, что он француз. Далее мы оставляем посылку 2 в том же самом виде. Вот этот мужчина говорит с американским акцентом и регистрируется на рейс с американским паспортом. То есть мы фактически один перевели в один штрих, чтобы избавиться от того, что говорит, что первое является, что у нас там было, является способом представления. Мы перешли к
указанию на объект и свойство этого объекта, а свойство у него такое, что у меня имеется убеждение о нем. Вот. И, соответственно, теперь от 1 штрих и 2 мы можем спокойно перейти к 3. Существует кто-то, о ком у меня есть убеждение, что он француз, он говорит с американским акцентом и регистрируется на рейс с американским паспортом. 1 штрих, вот, как раз, да, действительно, как же там объясняет, что 1 штрих следует из 1 по правилу экспортации, то есть по ссылковому заключению, в котором используется экспортация, включает в себя концепт, находящийся в непрозрачной позиции. И в заключении умозаключения встречается тот же самый концепт в прямом контексте, где он просто уточняет объект. 3 следует из 1 штрих и 2 по правилу введения конъюнкции и правилу экзистенциального обобщения, ну, то есть введения квантера. Ну, а правило экспортации – это как раз-таки и есть тот самый принцип, который позволяет нам переходить с одного уровня на другой. Ведь мы как раз в это второе следствие пытались установить вот эти кросс-уровневые отношения. Как же нам переходить с одного уровня на другой? Вот это самое правило экспортации помогает нам, соответственно, это осуществить. Есть альтернативный подход тому, который предлагает Пикок, и это так называемый иерархический подход. То есть, грубо говоря, существует строгая иерархия смыслов, концептов. То есть есть первопорядковый смысл, затем есть второпорядковый смысл, смысла и так далее. Но, согласно Пикоку, этот альтернативный иерархический подход, он не очень хороший, потому что сторонник этого подхода не может объяснить, почему переход от 1 к 2 к заключению 3 является валидным без принятия каких-либо дополнительных допущений. Одним из таких допущений является требование говорящему неявно знать аксиомы, которые связуют смыслы разных уровней для того, чтобы уметь говорить на подобном языке. Это опять же усложняет нашу концепцию языка, это опять же усложняет требования когнитивные к нашему носителю этого языка, и, соответственно, зачем усложнять? Нам еще нужно, получается, вывести эти аксиомы, которые будут связывать смыслы разных уровней, ну а затем, соответственно, заставить каким-то образом нашего говорящего на языке эти аксиомы неявным образом знать и уметь использовать. Более того, Пикок говорит, что этот альтернативный иерархический подход не сможет справиться с анализом предложений типа «Игорь убежден, что у Беллы есть убеждение в том, что сочинение 132 является шедевром». Согласно иерархическому подходу, анализ предложений подобного типа предполагает, что мы указываем не на содержание убеждения Беллы, а на способ представления, что в итоге усложняет объяснение умозаключения, где встречаются такие предложения. И, соответственно, ситуация у нас возникает следующая. У нас есть посылка, что Игорь убежден, что Белла убеждена, что сочинение 132 – шедевр. Дальше, соответственно, предположим, что истина, что сочинение 132 – это шедевр. Следовательно, существует что-то, в чем Игорь убежден, что Белла убеждена – истина. Не очень хороший перевод у меня получился, может быть, не очень хорошо видно, в чем же, соответственно, Игорь-то здесь у нас убежден. Вот. Но речь идет о том, что существует что-то такое, о чем убеждение было является истинным, и вот Игорь в этом убежден. Но я думаю, вы понимаете вот эту вот уровневую связь убеждения с убеждением. При подходе, который признает концептуальное перемещение, то есть при подходе Пикока, это умозаключение валидно в силу одного и того же содержания в 1 и 2. Содержание, соответственно, сочинение 132 шедевр. И, опять же, по правилу экзистенциального обобщения, в 3 мы получаем то же самое. То есть содержание никуда не поменялось, все осталось то же самое. Вот он говорит, что можно, соответственно, формализовать это следующим образом. Ну, такую небольшую маленькую формализацию сделать, что пусть P у нас будет переменная, пробегающая по фрегианским содержаниям, тогда у нас получится вот такая вот структура. У нас есть, соответственно, пропозициональная установка, то есть глагол, указывающий на пропозициональную установку, быть убежденным. Дальше, соответственно, мы указываем, кто в чем убежден, Игорь, соответственно. Дальше мы указываем на конъюнкцию, опять же, содержание убеждения Игоря Беллы, опять же, пропозициональной установки быть убежденным и, соответственно, и главного-то содержания нашего, что сочинение 132 – шедевр. Дальше мы этому же самому содержанию приписываем свойство истинности, и отсюда, так как содержание никуда не поменялось, мы вводим, соответственно, квантер экзистенциальный и получаем
вот такое выражение. С точки зрения, соответственно, сторонника... видимо, я не включила этот момент. В общем, с точки зрения сторонника иерархического подхода, ему придется предлагать формализацию гораздо более сложную, как утверждает Пикок, так как для него референцией в первой посылке является способ представления содержания, что сочинение 132 является шедевром, а не само содержание. То есть у него фактически, ну, грубо говоря, скобочек будет больше. Зачем усложнять, если можно не усложнять? То есть подход Пикока в данном случае является более простым, нежели подход иерархический. И, соответственно, нужно выбирать в пользу более простого подхода. Наконец, третье следствие, которая связана с реляционным объяснением, то есть возможностью реляционного объяснения. Здесь он нам говорит, что пропозициональная установка с первоуровневым содержанием может объяснить некоторые реляционные факты об агенте. Ну, реляционные факты, то есть факты о связи агента с чем-то вне его. Фактически речь идет об объяснении действия, которое осуществляет агент с определенными реляционными свойствами, то есть, опять же, относительно окружающего агента мира. Допустимо полагать, что способность объяснять реляционные положения дел, включающие в себя агента в подходящих условиях, является конститутивным свойством установок с первоуровневым содержанием. Это допущение, то есть о связи между реляционным объяснением и первоуровневым содержанием, принимается как не требующее дополнительных доказательств. Здесь, соответственно, Пикок ничего нам не аргументирует, ничего не объясняет, просто говорит, что принимаем как истинное и не пытаемся дополнительно объяснить. Если положение о перемещении корректно, то возможности реляционного объяснения могут быть применимы и к второпорядковым установкам. Ну, раз они применимы к первопорядковым, мы понимаем, что содержание первопорядковой установки переносится на уровень второпорядковой установки, значит, можно использовать возможности реляционного объяснения и для второпорядковых установок. Цитата из Пикока. Если вы думаете, что у вашего друга есть убеждение в том, что этот конкретный зрительно воспринимаемый человек опасен, и у вас есть мотивы избегать всех, про кого у вашего друга есть убеждение, что они опасны, то тогда нам достаточно этого знания, соответственно, чтобы с учетом нормальной ситуации, то есть в обычных условиях, объяснить, почему вы избегаете человека, которого вы вот сейчас зрительно воспринимаете, и о котором у вашего друга есть убеждение, что он опасен. Нам не требуется больше ничего другого для того, чтобы объяснить ваше поведение. То есть вот эти самые второпорядковые установки, я убежден, что у моего друга есть убеждение. Вот эти второпорядковые установки, они вроде как тоже оказываются действительно связаны с реляционным объяснением, если верить Пикоку. Фактически агент строит умозаключение, где одной из посылок выступает утверждение о том, что у его друга есть убеждение в том, что этот человек опасен. Ну и эта посылка позволяет, ну, она выступает фактически основанием для того, чтобы у вас было убеждение, а оно, в свою очередь, выступает основанием для вашего действия. Таким образом, применимость реляционного объяснения к второпорядковым установкам обеспечивается тем, что агент делает ему заключение от второпорядковых установок от третьего лица, от третьем лице к первопорядковым установкам о себе. Следствием этого становится следующее. Как только мы правильным образом объяснили возможности реляционного объяснения определенных концептов в первопорядковых установках и правильным образом объяснили валидность подходящего класса подобных умозаключений, мы получаем в качестве побочного продукта возможность реляционного объяснения тех же самых концептов во второпорядковых установках. То есть нам снова ничего не требуется дополнительного в нашем подходе, подходе, который предлагает Пикок. Достаточно объяснить, соответственно, все, что касается первопорядковых установок и валидность умозаключений. Автоматически все это переносится на второй уровень, дополнительного объяснения не требуется. Вот на этом, собственно говоря, глава Пикока про знание о себе и интенциональное содержание завершается. Но не завершается доклад, потому что я обещала бонусный эпизод. Бонусный эпизод – это небольшая статья Анализы, не знаю точно, как ее правильно произносить, Анализы Калива, которая как раз-таки пытается разобраться с подходом Пикока. И, в общем-то, по большей части его критикует. Ну, по крайней мере, на том уровне, на котором она с ним разобралась. Что здесь происходит?
Это небольшенькая статья, вот вы видите, тут всего буквально несколько страничек, в общем, 13 страничек, в которой она кратко сначала объясняет, в чем вообще заключается проблема знания о себе, что такого интересного в этой проблеме может быть, на мой взгляд, она это делает гораздо лучше, чем Пика. Затем она кратенько объясняет, в чем же заключается подход Пикака. Этот подход она как раз разбирает на примере вот книжки Being No. И критикует этот подход, ну и, наконец, пытается затем его в третьей части или в четвертой, в последней, в общем, части своей статьи пробует, по крайней мере, расширить этот подход за счет дополнительных, соответственно, информации, которую она получила, грубо говоря, от Пикака из его книжки «The Realm of Reason», ну, не знаю, там, «Царство разума», наверное, так это можно перевести, и статью, еще она ссылается на статью «Другое я», представляя сознательные состояния, восприятия и других. В сборнике, опубликованном в 2005 году, «Мысль, референция и опыт», темы из философии Гаррета Эванса, вот редакции Хосе Луиса Бермудеса. Но потом она говорит, что у нее тоже ничего не получается. Мы последнюю часть рассматривать не будем, мы рассмотрим только исключительно вот критику Каливы того, что Пикаком было написано в Being No. Итак, она, соответственно, тоже делает вывод, что подход Пикака – это рационалистический подход к интенциональному знанию о себе, в котором пытается защититься интуитивное представление о том, что знание о себе – это все-таки знание. То есть это не просто убеждение, это все-таки знание. И в то же время в этом подходе Пикак пытается избежать представления о том, что знание о себе приобретается посредством заключения или наблюдения. То есть то, о чем мы говорили в прошлый раз, когда говорили о вот этой стандартной трилемме, что знание либо посредством заключения, либо посредством наблюдения, либо посредством ничего. Пикак пытается избежать, соответственно, двух направлений этой трилеммы, как минимум, ну и пытается, тем не менее, все-таки сказать, что нет, это все же знание. Калива говорит, что подход Пикака неуспешный, его можно сделать успешным только за счет некоторого расширения, некоторого добавления, но в таком случае оно потребует некоторой высокой цены, то есть принятия каких-то дополнительных допущений, которые, в общем-то, не слишком хороши. Калива говорит, что модель знания о себе, которую предлагает Пикак, по сути, в общем-то, является интерналистской. Мотивы являются сознательными состояниями агента, которые доступны ему для рассмотрения. Ну, чтобы, соответственно, прописать убеждение самому себе, некоторые, то есть получить это самое знание о своем ментальном состоянии, ментальное состояние должно агенту быть доступным. То есть вот это вот суждение, которое выносит Пикак о том, что П, оно ему должно быть доступно. Ну, а это фактически в каком-то смысле, да, действительно отдает интернализму. Подход Пикака предполагает, что первопорядковые ментальные состояния даны агенту таким образом, что они действительно могут стать мотивами для приписывания самому себе. Это означает, что нам, ну, точнее, Пикаку необходимо, в принципе, разобраться с тем, что же такое понятие сознательного ментального состояния. То есть только сознательные ментальные состояния могут стать мотивами. Значит, надо понимать, что такое сознательное ментальное состояние. И фактически, да, Пикак действительно предлагает два определения того, что значит для ментального состояния быть сознательным. Мы это как раз и разбирали в параграфе 5.1 в прошлый раз. То есть ментальное состояние является сознательным, если существует, каково это быть в этом состоянии для агента. То есть имеется некоторое субъективное отличие ментального состояния 1 от ментального состояния 2. То есть я могу отличить свое ментальное состояние убеждения от своего ментального состояния надежды, желания. У меня содержание может быть одно и то же, но я могу, соответственно, по-разному к этому содержанию находиться в различных установках к этому содержанию, одному и тому же. И существует это какое-то субъективное, феноменальное отличие того, каково это находиться в убеждении к П, от того, каково это находиться в состоянии там, надежды, желания, что П. И второе, соответственно, определение, которое мы можем найти, мы тоже об этом говорили, что ментальное состояние является сознательным, если ментальное состояние является захватывающим внимание, но не является объектом внимания. То есть это вот то самое разграничение на объект внимания и на что-то, что захватывает внимание, которое Пикак нам в 5.1 как раз предлагал. Если мы выберем второе определение, то Калива нам говорит, что подход Пикака страдает от круга в объяснении. Он фактически, оказывается, предполагает то, что нацелен был объяснить. Почему так получается? Так получается потому, что осведомленность о типе
первопорядкового ментального состояния, то есть что это? Убеждение, желание, надежда, предположение и так далее. И его содержание, что это П, Q, S или еще что-то, требуется для того, чтобы это ментальное состояние могло захватить внимание агента. То есть если агент не осведомлен о том, что это за ментальное состояние, тип этого ментального состояния, не осведомлен о его содержании, то в таком случае, соответственно, захватить внимание агента оно просто не может. Если этой осведомленности нет, то никаком захватывании внимания произойти не может. Но ведь именно эту осведомленность мы и хотим объяснить, когда хотим получить объяснение, знание своих ментальных состояний. То есть смысл подходов и смысл попыток построить концепцию знания о себе, предложить какое-то объяснение того, что же такое знание о себе, это и есть объяснить эту самую осведомленность о первопорядковом ментальном состоянии. Более того, Пикок сам говорит, что именно это ментальное состояние первопорядкового должно стать рациональным мотивом для второпорядкового ментального состояния, то есть для приписывания самому себе. Но мы не понимаем, как мы узнаем об этом ментальном состоянии. Пикок говорит, что оно необходимо, без него не получится сделать, но он как раз-таки и не объясняет, как же эта осведомленность возникает. То есть он должен это объяснить, если он говорит, что хочет предложить концепцию знания о себе, но он, соответственно, это не объясняет. Он предполагает, что это должно быть, но никакого объяснения не дает. Калива говорит, можно попробовать, возможно, там мы недопоняли Пикока, возможно, как-то по-разному можно понимать, что он имел в виду. Мы, соответственно, можем попробовать предложить три возможные интерпретации, чтобы спасти подход Пикока и как-то немножко по-другому, в общем-то, постараться понимать само понятие ментального состояния, которое захватывает внимание агента. Мы можем сказать, согласно первой возможной интерпретации, что ментальное состояние может захватить внимание тогда, когда агент внимательно находится в этом ментальном состоянии, но при этом не рассматривает его как конкретное ментальное состояние. Речь идет о том, что мы можем, в принципе, выполнять какую-то активность, выполнять какие-то действия довольно внимательно. Ну, например, она приводит в качестве иллюстрации пример бега. То есть мы можем вполне себе внимательно бежать и внимательно следить за тем, что происходит как бы в процессе нашей реализации этой деятельности. И тем не менее мы можем не рассматривать, что это за конкретную деятельность мы осуществляем. То есть мы можем не знать, что мы бегаем. Тем не менее, что эта деятельность так называется, что вот это именно оно, то есть тип деятельности, что это конкретный вид деятельности, конкретный тип деятельности. Вот. Но, тем не менее, сосредоточенно, внимательно пытаться понять, что же мы в результате этой деятельности получим и что же мы делаем. Вот тот же самый, соответственно, аналогию с бегом можно перенести на ментальное состояние и тогда сказать, что вот Пикок-то на самом деле имел в виду, что мы просто будем рассматривать именно подобные ментальные состояния. Но она говорит, что подобная интерпретация не проходит, естественно, потому что она в модели Пикока, по всей видимости, невозможна. Его модель требует, чтобы первопорядковые сознательные ментальные состояния были причинами, мотивами, точнее, или основаниями для того, чтобы наш агент мог приписывать самому себе наличие этих ментальных состояний. Опять же, как он, если они должны быть рациональными мотивами, то наш агент должен знать, какой тип этого ментального состояния. Не получится иначе приписать. Значит, такая интерпретация не подходит, не получится. Возможный способ спасти Пикока. Это сказать, что захватывание внимания подразумевает только имплицитное, неявное знание первопорядковых ментальных состояний. То есть это вот неполноценное знание о себе, как мы хотели получить, и в чем мы обвинили сейчас Пикока, что он как раз-таки это предполагает, а не объясняет. А это какое-то некоторое такое, ну, частичное знание, имплицитное, неявное. Однако в таком случае у нас все равно по-прежнему остается проблема, как подобное имплицитное знание возникает, как, соответственно, агент его достигает, и получается, если для знания о себе базовым, фундаментальным является подобное имплицитное знание ментальных состояний, то тогда, соответственно, объяснение того, что же такое это имплицитное неявное знание первопорядковых ментальных состояний, оно тоже должно входить в концепцию того, что же такое знание о себе. Мы ничего здесь подобного у Пикока найти не можем. Соответственно, в общем-то, проблема остается как была, так и остается.
Ну и, наконец, третий способ попробовать спасти Пикака с этим его понятием ментального состояния, определением ментального состояния, это сделать менее требовательным прочтение понятия ментального состояния, захватывающего внимание. Здесь он ссылается конкретно на Лоренса Бонжура, и она, точнее, ссылается конкретно на понятие Лоренса Бонжура, и говорит, что вот у Бонжура есть, например, такое понятие, как конститутивная осведомленность. Но фактически, если рассматривать идею Бонжура, как она здесь говорит, мы, в общем-то, не увидим ничего, кроме, соответственно, того же самого стандартного конститутивистского подхода к знанию о себе. То есть ничего, в принципе, не поменяется, мы по-прежнему остаемся с непонятыми, остаемся, в общем, мы не понимаем, что такое эта самая осведомленность, которую мы хотим объяснить. Значит, вот это наше второе определение, которое Пикак сознательных состояний объясняет, ментальных состояний, то есть оно нам в данном случае не подходит. Надо искать что-то другое. Вернемся тогда, посмотрим первое определение, как бы феноменологическое или там феноменальное определение. Наверное, феноменальное лучше, то есть я с феноменологическим загнула, наверное. Вот. Определение, где мы говорим, что сознательным состоянием ментальным является такое состояние, в котором есть вот это, каково это быть в нем. Калива говорит, что вообще-то с этим определением тоже имеются проблемы. Во-первых, такое определение применимо только к ментальным состояниям, в которых агент находится прямо сейчас. И неприменимо к тем установкам, в которых чисто феноменологической части ее как таковой нету. То есть это фактически это определение применимо только к первому типу ментальных состояний, которые рассматривал Пикак из трех, которые были. По всей видимости, мне кажется, оно не случайно Пикак-то, в общем-то, когда говорит о... выделяет эти три вида ментальных состояний, установок пропозициональных и приписываний в этих случаях. Но фактически 80% каждой своей главы он посвящает только тем, в которых агент находится прямо сейчас, а вторую и третью оставляет буквально по два абзаца, и то, если вообще вспоминает про то, что они есть. А вот, по всей видимости, причина-то этого именно того, что из-за того, что он таким образом сформулировал определение ментального состояния, он ничего, в общем-то, и не может сделать со вторым и третьим видом ментальных состояний, ну, приписываний этих ментальных состояний. Вот. Но это первая, соответственно, проблема. Вторая проблема. Даже в случае подобных ментальных состояний, к которым данное определение применимо, то есть вот в которых мы находимся прямо сейчас, способность в феноменологии первопорядковых ментальных состояний нести эпистемологическую нагрузку ставится под вопрос, как только мы отражаем или понимаем, что, например, наши желания, надежды или стремления с одинаковым содержанием едва ли должны отличаться друг от друга строго с феноменологической точки зрения, но в то же время они должны каким-то образом рационализировать различные приписывания самому себе. Тут я не прописала, давайте расскажу. Так, просто без слайда. То есть речь идет о том, что если у нас, опять же, имеется одинаковое содержание, но к нему имеется различная установка, то есть мы желаем П, надеемся, что П, стремимся к П и так далее, они вроде как с феноменологической точки зрения должны отличаться, для того, чтобы мы могли рационально приписывать различные, ну, делать различные приписывания самому себе. То есть, что я нахожусь в состоянии надежды, я нахожусь в состоянии желания, я нахожусь в состоянии стремления. Но, по всей видимости, мы подобную, в общем, вот эту связь между типом установки и тем, что мы приписываем рационально себе другое, приписываем себе соответствующее этой установке наличие ментального состояния, по всей видимости, это объяснить только ссылкой на феноменологию мы не можем. То есть должно быть что-то еще. Вот, собственно говоря, поэтому она говорит, что здесь они ставятся под вопрос эпистемологическая их нагрузка. Ну и, наконец, в-третьих, в отношениях быть рациональным и быть обосновывающим могут находиться в первую очередь ментальные состояния с репрезентационным интенциональным содержанием. То есть приписывание самому себе все-таки зависит от типа ментального состояния и его содержания, а не от его феноменологических свойств. То есть нам важно определять тип и нам важно определять содержание, а не только феноменологические свойства, про которые нам, или феноменальные свойства, про которые нам говорит Пикак. Таким образом, при втором определении ментального состояния подход Пикака не может объяснить, какой мотив есть у агента для того, чтобы сделать соответствующее приписывание самому себе. Соответственно, при втором определении ментальных состояний подход не предлагает независимый мотив для приписывания самому себе. При первом определении ментальных состояний подход не предлагает вообще никакого мотива для приписывания самому себе. Соответственно, основное главное понятие, с которым Пикак у нас
взаимодействовало сознательное и ментальное состояние, оно остается неопределенным. Ну, то есть, как бы, определение-то он дал, мы понимаем, но мы видим, что следствие из этих определений появляются у нас, собственно говоря, не очень хорошие. Вот дальше Калива пытается обнаружить у Пика какой-то другой способ, но, соответственно, работать с данным понятием. Но это уже не в этой книжке и не в этой, соответственно, это вот в той книжке, про которую я сказала, и в дополнительной статье. Соответственно, то, что касается конкретно Being Known, оно на этом заканчивается. То есть вот она раскритиковала, ей этот подход тоже не понравился, как и мне, собственно говоря. Вот, на этом у меня все. Давайте разбираться с вопросами из того, что я вам здесь рассказывала. Ага, спасибо. Ну что, у кого какие вопросы, соображения, критика, замечания? Пожалуйста. Ну, если позволите, у меня вот возник вопрос в отношении достаточно странной, как мне показалось, фигуры. А именно фигуры нейрофизиолога. Ну, когда, например, Готлоб Фреге говорит о мысли, о пропозициональности, это можно понять и можно одобрить даже. Но вот когда говорится о нейрофизиологии, я не понимаю, честно говоря, какое отношение вообще нейрофизиология может иметь к исследованию мысли, пропозициональности и так далее. Ну, я могу предположить, что если мы возьмем неестественные нейронные сети, то есть не нейрофизиологию, а искусственные нейронные сети, то мы можем выйти, но выйти не на мышление даже, а выйти на стандартную логику высказываний, да и то она не полностью моделируется на искусственных сетях, вроде бы проблемы со строгой дизъюнкцией возникают. А вообще, какое отношение нейрофизиолог может иметь к мысли? Вот мой главный вопрос. Я просто не понимаю, какое может... Ну, как бы нейрофизиология – это другой этаж, это другой уровень. Там нету никакой мысли. Нету мышления. Ну, мы можем как-то пытаться корреляции находить к таким подозрительным вещам, как сознание, например. Ну ладно, с психологией устанавливать. А психология, дескать, имеет какое-то отношение к мышлению. Ну ладно, так можно, допустим. Но прямого-то выхода к мышлению в нейрофизиологии не имеется. Я думаю, что у него, ну, то есть мне кажется, что в этом мысленном эксперименте дело даже не столько в том, что он конкретно нейрофизиолог. Просто, по всей видимости, ну, скорее всего, можем предположить, что Пикок убежден, что ментальные состояния, они являются там супервентными на физических каких-то свойствах, на свойствах там мозга или нервной системы и так далее. И вот, соответственно, если мы там покопаемся в мозге, что-то сделаем, там, простимулируем какую-нибудь зону, ну, головного мозга, то, соответственно, у агента появится определенная мысль. То есть это может быть, мне кажется, то есть сама фигура нейрофизиолога как такового, она здесь не критична. То есть это мог быть как нейрофизиолог, так и, соответственно, не знаю, человек, который может... Ну хорошо. Будет даже слесарь-водопроводчик. Если мысленный эксперимент, я согласен. Вот, то есть мне кажется, что дело не совсем вот именно прям, что вот это обязательно должен быть нейрофизиолог. Да, тут связь с нейрофизиологом имеется именно потому, что вот он до этого рассказывал нам про шизофрению, о том, как, соответственно, когнитивные нейропсихологи объясняют, почему, собственно говоря, агенту кажется, что эта мысль не его, а вот потому что, соответственно, определенные вот нейронные там процессы, значит, самомониторинга нарушены, ну, даже нет, не нейронные, это, конечно, уровень повыше, вот, ну, уровень нейронных связей там что-то нарушено. И вот поэтому, мне кажется, он использует здесь фигуру нейрофизиолога. Как таковая, мне кажется, она, ну, не критична здесь. То есть можно на кого-нибудь действительно другого заменить, кого угодно.
Вот я хочу обратить ваше внимание в связи с замечанием Дмитрия Владимировича на то, что пять различий мы видим между двумя типами ментальных состояний. Вот в случае с состояниями типа боли нет, ну не так легко, по крайней мере, значит, рассматривать пример, когда я или не уверена, что я чувствую свою боль, или, например, мне кажется, что я чувствую боль, но чужую. А вот с мыслями так проще. И мне кажется, что в этом и есть... обоснование того, почему проблема интеграции должна быть решена для качественных и интенциональных состояний по-разному. Вот я все-таки, я не слышала ни одного еще довода, в общем, против теории, согласно которой, значит, такие вещи, как убеждения, можно рассматривать как диспозиции к некоторым феноменальным состояниям. Значит, вот основание, кратко напомню, основание состоит в том, что, значит, интенциональные и ментальные состояния, ну, как бы феноменально присутствуют, по крайней мере, в сознательном, в общем, в поле внимания. Далеко не все время, когда агент их имеет. И вот, значит, диспозициональный подход, уже хорошо известный, но он применяется не по отношению к действию, а по отношению к вот этим вот феноменальным состояниям. И, следовательно, если мы будем иметь решенную каким-то образом проблему интеграции для феноменальных состояний, то мы отсюда можем получить и ее решение для интенциональных. Вот. Ну и, в общем, с критикой, которая была в адрес Пикока обращена, это тоже поможет частично справиться. Ну, у меня есть еще с прошлого тоже раза остался этот вопрос, даже не столько к тебе вопрос, сколько вообще в целом давно меня мучает, а насколько вообще нам действительно нужно-то проводить это разграничение между интенциональными и феноменальными состояниями ментальными. То есть понятно, что оно как бы удобно, и вроде как, да, оно часто используется, и вроде как есть какие-то свойства, которые есть у одних ментальных состояний, но нет у других, но нельзя ли, в общем-то, сказать, что все ментальные состояния, они, там, не знаю, феноменальные или все... То есть вряд ли получится назвать все интенциональными, вот, но вот назвать все феноменальными можно. Ну, если мы там допускаем, опять же, наличие каких-то там квалий тех же самых и прочее. Мы можем вот сказать, что все они имеют феноменальную составляющую, и в этом смысле они все являются феноменальными, то есть они все как-то переживаются. Да, почему бы и нет. Но, тем не менее, наличие либо отсутствие в них интенциональности, я считаю, что это важный критерий, и что интенциональность сама по себе требует какого-то объяснения вне зависимости от объяснения сознания вообще, так скажем. Ну да, я тут согласна с тобой, что интенциональность отдельно. А ты можешь еще поразвернуть и объяснить вот этот диспозициональный подход, про который ты говорила в начале? Да. Значит, ну вот, если мы его на примере убеждений рассмотрим, то... убеждение надо будет понимать как диспозицию в соответствующих состояниях испытывать, ну вот буквально, как это сказать, формулировка из источника
ощущение истинности, ну, соответственно, предмета убеждения, этого суждения П. Вот. С желаниями проще. Вот. Желания имеют более явную, как бы, феноменальную компоненту. И вот желание человек может иметь длительное. У него появился некоторый объект желания, какое-то время желание не удовлетворяется, но человек о нем помнит. И, ну, как бы, он не то, что все время о нем помнит, но тем не менее он знает, что он находится. Если его спросить, он скажет: да, я сейчас имею это желание. Вот. Но вот специфическое феноменальное состояние, мне нравится называть его словом вожделение, хотя оно, ну, такое, не очень общепринятое, не очень четко определенное. Но по-русски достаточно хорошо можно себе представить, что это такое. И вот оно возникает, ну, как бы в соответствующих обстоятельствах. Когда ты вдруг вспомнил, тебе что-то напомнило о объекте твоего желания, или, ну, какие-то обстоятельства сложились, которые активизировали, скажем, желание вот такого-то рода или что-то в этом духе. Вот. И вот эти вот специфические феноменальные состояния, они, если предположить, что они как-то распознаются, то есть какое-то знание мы можем о них получать. Может быть, не всегда мы его получаем, но хотя бы как-то можем. И тогда, если опять же, ну, то есть тут придется отказаться от идеи, что интенциональные состояния известны нам самим без вывода. Потому что, ну, хотя, может быть, можно как-то попытаться что-то с этой, что-то вместо этого вывода подставить, какой-то внутренний механизм. Но, в общем, прямого доступа к этим состояниям тогда не будет. Но, тем не менее, поскольку доступ есть, ну, или прямой, или какой-то особый, по крайней мере, доступ к феноменальным состояниям, диспозиции, которым являются интенциональные состояния, есть как бы хорошие основания для того, чтобы себе это приписывать. Слушай, а тебе не кажется, что вот эта идея, про которую ты говоришь, что вот оно у него где-то есть, там это желание, он его там, соответственно, некоторое время там не сознает, не помнит, но когда-то оно у него может прийти. Тебе не похоже это на вот этот как раз второй тип ментальных состояний, про который говорил Пикок, про которые там могут не иметь промежуточного сознательного состояния? Ну да, они похожи. Они похожи. То есть он же как раз говорит, что они более фундаментальные оказываются на самом-то деле, чем те, которые вот были первого типа, в которых мы находимся прямо здесь и сейчас. Но Пикок-то говорит о таких состояниях в совершенно другом смысле. То есть он говорит скорее о функциях, которые без посредства сознательного какого-то рассуждения осуществляются. А, ну, в данном случае речь идет именно о феноменальной составляющей и о ее эпистемологии. Ладно, хорошо, принимается. Ну, это, в общем, не сильно облегчает дело, конечно, пока с феноменальными состояниями все настолько непонятно. Ну и я согласна, у Пикока не получилось прояснить. Да, то есть я говорю, у меня тоже сложилось ощущение, из того, что я уже второй раз говорю, что мне не очень-то, в общем-то, понравилось, из того, что я особо ничего нового не увидела. Ну, то есть вот эта идея о том, что должно сохраняться тождество на первом уровне и на втором, ну, да, об этом все говорили давно. В частности, Бёрдж, например, очень много про это говорил, на которого тоже Пикок где-то там ссылается. Ну, да.
от того, что мы назвали это концептуальным перемещением, и у нас появилось красивое словосочетание, это ничего не изменилось, проблемы-то не решились. Да, мы красиво теперь можем использовать словосочетание концептуальное перемещение, там уровни связующая, чувствительность, замечательно. Проблемы-то как были, так и остались. То есть он пытается соединить вот эту идею, что у нас есть этот привилегированный, интегрировать привилегированный доступ агента к самому себе и интегрировать, ну, с этим, соответственно, соединить и экстернализм в отношении ментальных состояний. И причем при всем при этом, мне кажется, что иногда, когда он пишет параграфы, в какой-то момент он забывает о том, что его основная цель была интеграция именно вот этого. Как-то, то есть, иногда я не вижу, по крайней мере, прямого объяснения того, почему возникают именно вот эти темы, например, особенно вот там тоже следствие из последнего вот, параграф 5.6, который был про три дополнительных следствия того, что мы принимаем концептуальное перемещение, то есть как это напрямую-то связано с идеей интеграции. Я не вижу, чтобы у него особенно сильно получилось интегрировать что-либо. И то, что можно ли сказать, что он из этой трилеммы выбрался, в том, что посредством умозаключения, посредством наблюдения или посредством ничего, там, в общем-то, тоже не получилось. Где-то он что-то выбирает, конечно, какую-то там часть этой трилеммы, но все те же проблемы, которые возникают для уже имеющихся концепций, они все с ним остаются. И чего-то какого-то особо нового хода, который бы от этих проблем избавлял, я не вижу. Может, кто-то еще, конечно, увидел из того, что я рассказала, но я ничего не заметила. Да как-то даже хуже стало, как будто бы, потому что, вот, ну, как сказать, это красиво, конечно, звучит, концептуальные перемещения, все вот эти, но по факту его объяснение, ничего не объясняя, сразу же противоречит интуиции, потому что если... Ну, он говорит, конечно, о том, что все эти, значит, связи могут не осознаваться самим агентом, но, тем не менее, иногда они как будто бы осознаются. И вот, там, скажем, ситуация, да? Какой-то человек, побежав по улице, внезапно стал показывать на какого-то человека и кричать «вор!». И, ну, как бы потом этого человека, там, ну, не знаю, допустим, как-то, ну, досмотрели, и он оказался не вором, и его спрашивают, этого человека, который бежал и кричал, «почему ты закричал, что он вор?». А он говорит, «ну, потому что я подумал так, что он вор». Может объяснить, почему он так подумал, что ему там что-нибудь показалось, что тот человек сделал, или что. Он не будет говорить. Ну, то есть, трудно было бы представить ситуацию, в которой его спросят, почему ты подумал, что этот человек вор, и он скажет, потому что он вор. Все наоборот работает в языке, по крайней мере. Да, согласна тут с тобой полностью. Ну вот он, собственно говоря, и говорит ведь, что идея отсутствия оснований, подхода отсутствия оснований, она тоже плоха, потому что есть все-таки основания какие-то. Но в то же время это не умозаключение. Мне опять же кажется, что то, что он предлагает, из того, что он говорит, да, вот у нас там это происходит нарушение псевдотранзитивности и так далее, потому что вот то, что мы разбирали в прошлый раз, что транзитивность сохранялась бы, если бы речь шла о содержании, а вот так как речь идет, значит, о типе ментального состояния, об установке к этому содержанию, отношению к этому содержанию, то, соответственно, транзитивность не сохраняется. И поэтому это не умозаключение. Мне, если честно, кажется, это какая-то очень сильно слабая аргументация. Посылки есть, заключение есть, да. Может быть, невалидное умозаключение? Ну, да, может. Вот ошибки бывают в ситуации, когда человек себе что-то приписывает, думает, что он знает, что у него есть убеждение, а у него на самом деле такого убеждения нету. И как сам подобные примеры через парочку параграфов от того, где мы это рассматривали, приводят. Чем он аргументировал, почему он аргументирует
что это действительно не умозаключение, я особо не увидела. Ну, то есть вот этот аргумент, что ну потому что транзитивности нету, ну, какой-то, по-моему, сомнительный крайне. Чисто по виду это в чистом виде умозаключение. И не случайно ведь, собственно говоря, и Калива тоже говорит о том, что это рационалистический подход. Да, он пытается уйти от умозаключения, но, по-моему, ничего у него не получается. Как оно выглядит внешне, что это рационалистический подход и предполагает, что мы при помощи, ну, там, reason, который, ratio и прочее, при помощи его мы строим эти самые умозаключения. Ну, да, так и строим. Эванса ругали за то, что у него рационалистический подход слишком. Морана ругали за то, что у него слишком рационалистический подход, что он заставляет агентов рассматривать с учетом всех обстоятельств, действительно ли ему рационально находиться в таком-то ментальном состоянии. Если да, то приписывай. Если нет, то не приписывай. Ну да, ну, по-моему, вся та же самая критика и к пикаковскому подходу применима. То есть, чего такого нового-то он здесь предложил по сравнению с тем, что было? По-моему, ничего. Ну вот опять, это как бы я не против рационализма, в принципе. Мне кажется, что в нем нет ничего страшного, если речь идет об интенциональных состояниях. Ну, насколько я понимаю, все претензии к тому, что слишком много, значит, рациональности надо приписывать агенту, слишком много рассуждений, они строятся на том, что вот, значит, у нас есть потребность в знании о себе, причем не каком-нибудь, а ну, либо непосредственном, либо привилегированном, либо как-то еще там. Вот. Ну и типа, если имеет место длительное рассуждение, то, а может, он вообще ошибся где-нибудь, а может, у него посылки неверные и так далее. То есть вроде как обладание знанием о себе находится под большим вопросом при таком, при таком понимании. Вот. Ну, лично мне знание о себе не очень жалко. Во всяком случае, вот в тех областях, которые относятся к интенциональным ментальным состояниям. Что касается, вот, ну, я не буду говорить феноменальных, хорошо, я буду говорить ментальные состояния, у которых нет интенционального объекта. Вот так буду говорить. Интенциональные и нет. Так вот, те, которые нет, ну, в общем, кажется, что в их случае предположение о наличии вывода, оно приводит к каким-то особенно абсурдным следствиям. И это, опять же, еще одна причина, почему их надо рассматривать по отдельности друг от друга. Ну да, я согласна с тобой с этой аргументацией, но, опять же, от чего бы нам и не рассматривать какую-нибудь боль как интенциональный объект? То есть я согласна, что это не супер интуитивно в соответствии с нашими представлениями того, как мы понимаем, что значит быть интенциональным объектом. Ну, вон Пикок же нам ввел разграничение между объект внимания и объект, который захват... Ну, не объект, а что-то, что захватывает внимание. Может быть, тут можно тоже как-нибудь покрутить, поиграть с тем, что это будет не интенциональный объект, а какой-нибудь... Что-то тоже такое, имеющая интенциональную природу, но просто немножко отличающаяся. Но так-то да, я тоже с тобой согласна, что в случае, если стандартно как бы понимать вот эти самые неинтенциональные ментальные состояния, то да, они как-то в рамки подхода выводного с этими умозаключениями они как-то не очень вписываются. Им нужен какой-то вот больше тогда подход ну, конститутивистский, вот этот вот отсутствие оснований и так далее, что вот ты в нем находишься, и вот автоматически, пожалуйста, получаешь знание о себе. В таком случае мне вообще даже кажется, сейчас почему-то в голову пришла мысль, что, может быть, тогда проблема интеграции-то в данном случае для знания о себе, она не столько для интеграции вот этого привилегированного доступа и экстернализма, сколько для интеграции подхода выводного и подхода там, отсутствия оснований. То есть если мы говорим, что у нас есть два типа ментальных состояний, вот те, для которых подходит один подход, и вот есть вторые, для которых подходит второй подход,
можем ли мы это как-то все друг с дружкой интегрировать, чтобы у нас получился единый общий подход? Может быть, проблему интеграции это вообще имеет смысл по-другому сформулировать для области знания о себе? Ну да, по-хорошему, это было бы правильным вопросом, если они такие разные. Почему мы их вообще называем ментальными, одни и другие? То есть что в них такого специфически ментального, чего есть в них, в обоих, но при этом нет больше ни в чем другом? Да, и вот это специфическое ментальное, что есть только у них, вот оно и нуждается в разработке там какого-то объяснения, концепции и так далее. Но, опять же, с другой стороны, мы тогда тут попадаем в своего рода, ну, это не то, что не ошибка, не иллюзия, а просто скорее какое-то некоторое такое допущение. Как же оно называлось-то? Допущение единообразия. Майкл Бойл, по-моему, в свое время говорил, что большинство, статья у него тоже как раз была про знание о себе, даже как раз говорил о том, что большинство концепций, которые, соответственно, пытаются нам определить и представить, что же такое знание о себе, они полагаются на вот это самое допущение единообразия, что все ментальные состояния, вот они все вообще одного типа. И значит, мы должны придумать такой подход, такую концепцию, которая будет объяснять все сразу, независимо от того, вот есть у них там интенциональный объект, нет у них там интенционального объекта и так далее. А есть подходы, которые от этого допущения единообразия отказываются и говорят, что да, для феноменальных, ну, в кавычках тоже, вот феноменальных, для феноменальных состояний у нас будет одно объяснение, для интенциональных у нас будет другое объяснение. И кто-то, я вот сейчас не помню, надо посмотреть, то ли сама Калива, по-моему, она, надо посмотреть диссертацию, я, по-моему, где-то сносочку там делала про это, по-моему, она как раз предлагает, чтобы у нас было разграничено отдельный подход, отдельная концепция для интенциональных ментальных состояний, другая концепция для, соответственно, вот типа боли, переживания там каких-то ощущений и так далее. А может быть, это была не она, может быть, это был другой дядечка, которого я забыла, как зовут. Вот, книжку помню, а дядечку не помню. Вот, в общем, кто-то точно есть из более современных, то есть вот 21 века я имею в виду, кто что-то подобное пытался сделать. То есть разграничить и сказать, что не надо их объединять. Это две разных вещи, и должны быть разные концепции. Ну вот, если еще взять перцептивные состояния и попытаться, ну то есть нам же важно, перцептивные состояния, они вообще важны нам для того, чтобы ну, решить вопрос о том, можем ли мы что-то знать о внешнем мире, это же важно. Вот. И поэтому перцептивные состояния надо как-то объяснить, ну, скажем так, оптимистическим образом, чтобы хотя бы иногда, если я там вижу яблоко, хотя бы при благоприятных условиях, я могла из этого получить основание предполагать, что оно там есть. Вот. И тем не менее, перцептивные состояния предельно близки по, ну, к вот этим вот неинтенциональным состояниям, по тому, что, ну, они имеют дело с непосредственным переживанием и имеют вот эту вот составляющую, каково это быть в нем. Ну да, но в принципе это похоже ведь на то, что говорил Пикок, когда говорил, определял ментальные вот эти состояния сознательные, что значит там быть ментальным сознательным состоянием, что это иметь вот это свойство субъективное, переживательное, каково это быть в нем. В принципе, тогда мы с определением ментального состояния Пикок это вроде как должны согласиться в таком случае. Но мы же вроде начали с того, что и интенциональные состояния тоже как-то переживаются. Да, ну да, да, да. Можно, если можно... мы признаем, да, тогда это вот пикоковское определение получается. Но не, как сказать,
Дело в том, что интенциональные состояния не есть сами то, как они переживаются. Вот. Ну да, я поняла тебя, что это дополнительное свойство к ним, а не сами они. Да. Вот. А про это допущение единообразия я нашла. Да, это действительно была она, Анализа Калива, Varieties of Self-Knowledge, 2016 год. Это вот ее книжка, вот она там как раз писала о том, что мы должны предлагать разные способы объяснения в зависимости от того, о каком ментальном состоянии идет речь. То есть для одних одни, для других, соответственно, другие. То есть, ладно, я еще что-то помню из своей диссертации. Да, а есть еще вообще куча таких каких-то странных вещей, которые находятся, вроде бы они являются описаниями ментального, но при этом в их, в общем, в том, как мы употребляем эти термины, есть настолько много внешнего мира, что, ну, кажется, что какой-то вывод там непременно должен быть. Вот если там, например, подумать про настроение, да? Настроение – это же не то, что, ну, оно не имеет какого-то феноменального единообразия, так скажем, как боль. Оно, ну, в процессе настроения, так скажем, мы можем переживать разные другие состояния, но они все будут каким-то образом иметь что-то общее, именно потому, что они вот в одном и том же настроении были. Ну, я поняла тебя, кстати, даже никогда не думала про это, что это своего рода, как бы, получается, наслаивание одного ментального, может происходить наслаивание одного ментального состояния на другое. Единственное, у меня вопрос, а можем ли мы считать настроение ментальным состоянием? Вот, да, вот я и говорю, что где-то на середине, то есть вроде бы там есть много чего-то ментального, но само понятие работает как-то по-другому. Я вот так вот сходу, если так, знаешь, ну, особо сильно не вдумываться, мне вообще кажется, что я бы даже не назвала это ментальным состоянием. То есть это какое-то бэкграундовое состояние, вроде как бы, да, оно состояние. Но я бы не сказала, что это именно ментальное состояние. Ну а как? Оно переживается. Мы же только что сказали, что ментальное – это то, что как-то переживается. Настроение переживается определенно. Я бы сказала, что настроение дает условия, возможности для переживания других ментальных состояний. Я понимаю, что звучит как-то немножко по-кантиански, там, по-трансценденталистски, про условия и возможности. Вот. То есть невозможно вообще, в принципе, никогда находиться без настроения. То есть мы всегда в каком-то настроении находимся. Это как бы условия возможности переживания различных ментальных состояний. Но вот является ли оно само ментальным состоянием? Мне что-то кажется, что нет. Ну, давай так. Что такое ментальное состояние? Это обладание психикой каким-то качеством в какое-то время. И вот то, какие эти качества, в сущности, и объясняет нам, какие мы на выходе получим состояния. Если это качества первопорядковые, ну вот, скажем, боль, вот болит сейчас там или там какого-то по такое-то время, или не болит. Понятно, что у каждой боли есть какие-то свои характеристики и так далее. Вот. Но сама боль как таковая, она присуща психике в определенный момент времени, и все тут. А если мы говорим о тех же самых желаниях, то мы говорим, что вот, значит, ну, вот эти вот ментальные свойства, которые соответствуют моменты
феноменального переживания своего желания, они как-то, значит, распределены во времени. И само желание является или некоторой структурой над ними, или, может быть, каким-то соотнесением этих моментов с какими-то внешними триггерами, опять же. Вот. Ну, короче говоря, то, как мы определяем вот это вот качество, которое является критерием приписывания состояний данного типа, оно может быть, во-первых, ну, мы можем это делать по-разному, и можно, видимо, выделить какие-то способы определения этого качества, определяющие, соответственно, группы ментальных состояний. Вот в настроениях, как это происходит. То есть что вообще... Опять же, видимо, это получается, что надо словарь. Надо смотреть словарь и что-то там анализировать. Ну да, скорее всего. Я говорю, опять же, вот мне все равно как-то вот интуитивно, пока, по крайней мере, мне не кажется, что настроение – это ментальное состояние. Ментальные состояния, они должны быть дискретными, чтобы мы могли четко идентифицировать. Вот у меня убеждение, вот у меня желание, вот у меня что-то там еще. Даже боль в каком-то смысле можно сказать, что она дискретная, она когда-то начинается, когда... Ну, хотя, с другой стороны, тогда также можно сказать про настроение, что оно тоже когда-то начинается, когда-то заканчивается. Вот, ну, в общем, не знаю, у меня, по крайней мере, складывается такое представление, что ментальное состояние, оно должно быть дискретным. Вот убеждение. Ну, не знаю, вот, ну... С интенциональными, опять же, состояниями как раз очень сложно. Как мы говорим, там, я хочу, не знаю, в отпуск. Когда я начинаю хотеть в отпуск? Да не знаю. Вот, ну, мне когда? Сегодня с утра, вчера вечером, вчера с утра. Когда я начала хотеть в отпуск? Вот. Если меня спросить, ну, я затруднюсь ответить, но, по крайней мере, я с какого-то момента, ну, обратила на это внимание, как-то там что-то или узнала, или приобрела убеждение, и теперь вот я говорю, я хочу в отпуск. И с какого-то момента, значит, ну, я считаю, что у меня это желание есть. Но я же не могу сказать, что у меня не было его до этого момента. Просто оно в какой-то момент возникло, а я не обратила на это внимания тогда, а обратила позже. Ну, по-моему, это нисколько не мешает желанию быть ментальным состоянием. Ну да, вообще я тоже так подумала, в принципе, да, ну как бы чего оно было когда-то, просто было неосознаваемым, в какой-то момент вот дошло до уровня осознавания, и я такой, да, действительно, я же хочу в отпуск. Вполне себе могло быть и до этого. С другой стороны, можно поставить запрет в концепции на то, чтобы у нас были вот подобного рода ментальные состояния, и сказать, что вот только с момента того, как ты это осознал, вот тогда оно и является ментальным. То есть если оно когда-то там, возможно, было, а как мы проверим, что оно было? Раз проверить не можем, значит, и не признаем существование. Так хотя бы можно сказать, что агент чего-то высказал, где-то чего-то зафиксировал, значит, вот оно появилось. Но это как бы так, чисто просто уход в сторону от проблемы, чтобы как-то ее решить. Да, я с тобой тут в этом плане согласна, что вроде как интуитивно, мне кажется, что они должны быть дискретными, но да, возражение это можно привести с желаниями против этой дискретности. В общем, не знаю, насчет настроения хороший вопрос. Я, если честно, даже, по-моему, особо не встречала нигде вообще никогда ничего по поводу того, обсуждает ли кто-то про, является ли настроение ментальным состоянием или нет. Надо подумать. Так как Лев у нас отвалился, видимо, я возьму на себя функции домодерировать до конца. Есть ли у кого-то еще вопросы, комментарии, суждения по поводу главы 5 пиков?
Ну, раз все молчат, значит, тогда я предполагаю, что вопросов нету, и все всем было понятно. Хотя мне на самом деле было ничего не понятно из ПКК. Вот, по крайней мере, вопросов к нему осталось довольно много. Тогда давайте на сегодня завершать. Лев придет и все выключит, все, что тут находится. Вот. Что будет в следующий раз, мы, значит, обсуждаем в чате относительно того, будет ли следующая глава, 6-я, или, получается, сначала будет 7-я про свободу, но там, соответственно, уже тогда решим, а со знанием о себе временно заканчиваем. Но я, на самом деле, глянула чуть-чуть 6-ю главу, так буквально вот пробежалась по ней глазами. Там у него как бы продолжится проблематика, это связанная со знанием о себе. Ну, неудивительно, она, в принципе, там есть. Вот. Ну, видимо, где-то что-то снова всплывет при обсуждении 6-й главы. Тогда давайте завершаться. Всем до свидания, до встречи на следующей неделе. Всем спасибо. Да, большое спасибо. До свидания. До свидания.